Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы играем Стражи Галактики. Продолжаем. Нам надо этого попа одолеть. Только вот сначала до него надо добраться. Чем мы будем заниматься, я так понимаю? Так. Силач у нас. Крыша двинулся. Ой-ой-ой-ой. О, я только что вспомнила одну из моих любимых так, легенд подождите, об этом как... месте. Там группа наивных исследователей забралась в эту пещеру и не нашла выход. И в чьей это временной линии? Может, и в нашей. Так, давай, завязывай с легендами. Давай. Подожди. Блин. Этот енот гребаный нас чуть не убил всех. Так, чтобы выбрать ветряной выстрел. Так. Вот как это делается. Это что за? И вовсе нет. Шишка. Вы меня умолять будете что-нибудь взорвать. Ладно. В ногах будете валяться. Вот попадем еще в передрягу. Постараюсь об этом вспомнить. Давай. Интересно, вот они все уехали. Хорошо. Что такое? Ну, сканирование. Мне интересно. Не сканирует. Ладно. Опа! Прыгать надо, нет? Снова странный туман. Вас хоть носы на нормальной высоте. От газа пушистик ни разу не умирает. Только от падения, так. Камнепада, читаури, воды... Стоп, это что такое? Ты сказала читаури? Ой, неправда. Такое смешное слово. Так, ветряной выстрел. Нажмите 3, чтобы выдрать так. Ветряной выстрел может притянуть врага на расстояние атаки ближнего боя. Так. Это позволит проще справиться с противниками, находящимися на расстоянии или возвышенности. Быть не может! Я думал, никогда больше этих подхвостов не увижу! А я так и вообще надеялся! На! Подожди! Сколько вариантов! Все в движении! На, на, на! Хватай их, жут! Ой-ой-ой! Пожалеет, что не участвовал в заварушке! Может, ему лучше не раз не могла предупредить, что в этой пещере вот прячутся читаури? Они тут не во всех прячутся. Некоторые здесь только все милые глазастики. Вот так ты вот. Ты понимаешь, о ком я, звездочет? Да, я знаком с этими глазастиками. Пока, давай, вот какой глазастик, он вроде слепой. Вот там у них сейчас спроси. Наши линии были самые отстойные. Блин, эти огурцы грёбаные. Питер! Ей-то я ничего не взрывал. На. Посмотрите, в этой Подожди. Пещере жизнь так и кипит. Для меня тут останется только смерть. На. Давай, взрывайся быстрее. Почему не проясняется? На. Вот я вот никуда не спешу. Нам нужна передышка, гроб. Не первый раз читал рыболовец от белого оружия. Так. А чё это вы как нам везет? Спорим, что на той стороне нас поджидают дуболом и хеллбендер. Чего нам не надо, так это чтоб она сейчас решила с нами поквитаться. А, на карта! Мне напомнить, что это именно из-за тебя она так охотится. Ой, эти нет. Парни что, не знают, про кто старая помянет? Эй, ну хотя бы с ними без целой армии. Не. Прикинь, как было бы. Ненавижу этих тварей. Да блин, почему я выпрыгнуть-то не могу? Было нас сглазить, да? Эй, а вы заметили, что появился тот, кого я назвал? Что, хочешь, чтобы мы за это тебя благодарили? Блин, ладно. Подождите. Дракс будет должен мне новый меч. Нет, смотрите-ка, нету тут ничего. Ну, они какие-то слабоватые, да. Я думал, они настоящие. А ну выкуси, хелгадина! Так. Эй, Крил, хочешь увидеть?
салют! Нина! На! Помоги! Может, даже у нее есть свой предел? Вот так вот вам. Разберитесь с крысунчиком! Я в порядке. Вернемся к телу. Давай, 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 давай. Надо на помощь! Я так. Блин. На. Подрывай, подрывай-ка. Так. Туман как будто преследует нас. Это же просто газ. Камора, вперед. Давай. Последние слова. Блин. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Да, она на нас в обиде. А есть кто-то, кто нет? Что такое? Нестабильное органическое вещество. Вы чувствуете запах крапивы? Так. Блин, не могу залезть. Да не будет. Да запросто. На нас могут напасть еще и обращенные психи из корпуса. Да, это будет хуже. Да так. Ладно. Мантис говорит, что здесь скрыто средство от обещания. Логично, подожди. Что духовники не хотят, чтобы его нашли. Готов! Устрой нам салют, ракета! На! Подходящего момента! Чёрт, не нравится тебе? Еще хоть что-то выскочит из тумана, и я уйду! Дважды с тобой! На! Мясо! Я согласен с тобой, мясо! Так, минутку. Так. Важно получается, если шляться по вляпке с лещами и заставить Ракса говорить со мной о религии. Да. Нам нужна передышка, Гросс. Так, надо по-быстрому завалить. Так много народа стало жертвой обещания. Нам немало. Ну что еще эта пещера против нас выставит? Я предпочел бы не выяснять. Давай, 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 давай. И даже я с ним согласна. На, на. Блин, я ему тоже ранетку зарядить хотел. Ах, вот теперь это реально странно. Ты не знаешь, что такое странно. У меня столько крутых игрушек, которые я хочу опробовать. Давай. Нам нужна передышка, Гросс. Подожди. Камора, лев! Мы идем в правильном направлении, да? Так. На! Я от этого тумана скоро лечь и сам становлюсь! Блин! Не хочу даже думать об этом! Ха-ха! Я уделал этому ненормального! Давай! Еще хоть что-то выскочит из тумана, и я уйду. Дважды с тобой согласен. На. Вперед, стражи! Выкури, ракета! Куда? Так много народа стало жертвой обещания. Включай. Вроде последний был. Ой-ой-ой-ой, что прокачивать-то будем? Как теперь Мантис, терпеть? Ты в порядке? О, эй, Гамора! Так, всем надо по три очка. У меня должна какая-то штука открылась. Так. Какой-то урон небольшой. Гамора наносит удар одному врагу, причиняя умеренный урон. Этот удар также вызывает энергетическую луку, которая применяет оглушение против всех спасителей целей. Ты уже не так подавлена. Стоп, это ведь уже было, да? Давай, да, ракету будет прокачаем, я так но думаю. Но ты все еще переживаешь. У него просто всякие истории, штучки, верно? Примочки. История? Может, что откроется хорошее. Давайте думать, как помочь Драксу. А сколько еще будет тянуться эта пища? Внимание, еще каменные монстры. Может, мы с ними просто друг друга не поняли? Они ведь разумные. Мирное разрешение конфликта их вряд ли интересует. О, может, я могу помочь? Я знаю их язык. Так, что такое? Блин.
Если они раньше не слушали, то и сейчас не будут. Так. Ну-ка. Разберись здесь! Покромсай! На! Хреначе! Мантис! Нам точно нужно быть именно здесь! Ай-яй-яй-яй! Так. Они мощные, но медленные. Аминь. Тихо. Пока я могу, буду долбить. Мне кажется, тут маловато солнца. На. Завали хотя бы одного. Как вам это? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Если они раньше не слушали, то и сейчас не будут. Так. Ракета бомби! Как мы могли не заметить их в этом тумане? Может, тут какая-то тайна? Давай-давай-давай. Что говори? Нам нужна передышка, кто? Руби на кусочки! Отрежу кусочки! Да. Ой-ой-ой. Я говорил тебе сходить перед высадкой! Ай-яй-яй-яй! Покажи свои волшебные палочки! Ты здесь все нас не так, ненавидел! Немного остался! Так. Давай-давай-давай-давай! Аминь! Деструк! Эй, ребята! Блин, нифига себе, сам на камень прилетел! У нас хватает проблем! Они думают то же самое! Давай-давай-давай-давай-давай-давай! Удвоенная сила! Если они раньше не слушали, то и сейчас попал. Не будут! Ой, что ж... Не скажу, что удивлен. Я была уверена. О, я его еще позже выучу. Мне кажется, я разобрала слово. Так. Они так кряхтели. Открыли. Кто бы они ни были, туман их, похоже, не беспокоит. Огонь. Да знаю я, ради чего мы стараемся. И Дракс об этом все узнает. О, может, это вариант, где пушистик совершает путь? Куда? Сложно сказать. Нет, ничего он совершать не будет. Вот уж тебе-то, Гамора, следовало бы давать другим первое... еще один шанс. Закупорилась. Так. О, я вспомнила легенду. Однажды Лесо просидел у входа в пещеру 40 оборотов. Совершенно один. Так. Не считая катать, конечно. Но с ними не очень поговорить. Ни хрена себе. Кажется, ему не понравились гости. Но он не хотел быть невежливым и просить так. Уйти. Я пока ничего не упускаю. Давай. Подожди. Нет. Что-то если упускаю. Если вправить мозги Драксу, надо придумать историю, как мы сражались с единственным в своем роде супермонстром. Тут и придумывать не придется. Надеюсь, у тебя опять варианты в голове перепутались. Сканирование. Хор. Серия каменных лиц. Неизвестный так. Так, ладно, анализ. Это бессмыслица. Ты о чем? Почему эти разные враги не нападают друг на друга? Я не понимаю. Здесь что-то должно быть. Ну что? Как может планета быть полой изнутри? Ей разве не нужно ядро, гравитация, атмосфера? Какие еще умные слова ты знаешь, Гамора? Так. Электромагнитное поле. Ну-ка, давай-ка посмотрим, что здесь у нас.
С другой стороны у нас что? Это для битвы было, что ли? Надо будет рассказать жрецам об этих плохишах. Приведем в себя Дракса, может, поймаем парочку. На кое они нам? Не знаю. Подарим леди Хэл, чтобы примириться. Так. Не понимаю, зачем мне туда надо было? Реально только для битвы, что ли? Ну, сейчас еще раз посмотрим, если ничего нету. Мало ли, что я мог упустить. Наверное, это туман влияет на растения. Нет, я тоже ощущаю. Блин, вот это что-то другое, засада-то. Что-то могущественное. Зайти, зашли. Не вижу даже, чтобы здесь что-то такое было. Раз сюда проникает свет, то ведь должны быть какие-то отверстия, ведущие сюда с поверхности. А, точно! Все, кто на нас нападает, свалились сюда. Блин. И не могут выбраться. Вниз туда не надо нам. Кактусы даже не сбиваются. Не, все-таки это, как я понимаю, для войны надо было. А, нет, вот, подождите. Какую-то хрень нашел. Такой, наверное, пригодится Гаморе. Гаморе, хорошо. Какую-то какашку. Камень медитации, вы можете обсудить. А, у нее, точно, у нее же стол медитации. Ладно. Давай, давай. Вперед, вперед. Воу-оу-оу. Собираем. Сколько? Вау, на прокачку даже хватит чего-то одного даже. Подожди, тут вот что-то мелькнуло. Народ. Знаю, Пушистик. Сейчас прочтем. Это единственный путь вперед. Что такое? Он видит Тролман. То, что впереди. Хотел бы я, чтобы босс перестал хандрить и сходил поизучать это место со мной. Тут столько всяких нычек и закоулков, как, например, то место, где мы завтрак достали. Ну или он хотя бы мог со мной на гадов пойти поохотиться. Надо же ему как-то свою золотую кровь разогнать, ноги размять, показать другим, что к чему. Он просто сам не свой с тех пор, как с ним произошло это. Прямо одно лицо от него не... Так, прямо одно лицо от него и осталось. Но я все понимаю. Такое, не дай бог, никому. Что мне тут не нравится, так это мусор кругом. Ага, значит, от него лицо, это проповедника по-любому. От него одно лицо осталось. Правильно, вот какой-то там робот был. Он руку ему там оттяпали. Не, хвост вам! С места не сдвинуть! Не такой уж он и мокрый. Так, средней влажности. Я не пойду под вязкий ливень! Мы команда, что-нибудь придумаем. Может, можно отвести воду с помощью тех растений? И эта мелочь теперь не даст нам спасти Дракса? Что? Идите, спасайте его, пока я тону! Как ну ладно, ты не мой. Без понятия. Но эти лопухи могут пригодиться. Для дамбы. Так. Да не... Сейчас расклиначил. Это было просто растение. Не говорящее. У нас нет выбора. И... Черт. Наверное, где-то застряло. Так, ладно. Теперь вот это место. Что бы вы без меня делали? Да уж, где бы мы нашли другого стрелка? Сали! Все еще держится. Ага. Понятно. Ладно, сейчас мы это будем исправлять. Путем титанических усилий. Не беспокойся, они разберутся. Конечно, разберемся. Кто, если не мы? Что из этого придурковатого нахуй? Гамора, давай заберемся. Посмотрим, что делать дальше. Я знаю, что делать. Сказать ракеты, чтоб кончал ныть. Ну, удачи тебе. Справедливости ради, опа, он умирал, утонув и в куда более мелких водоемах. Вот именно. Что? Что? Это уже какой-то абсурд.
Ну не любит он воду. Что мне делать? Ты вроде как его капитан. Ты давно с ним не общался. Блин. Ладно. Давай. Ой, вот это вот не надо спрашивать. Против звездного лорда. Ты что-то сказал? Нет. Блин, да как так-то? Я, наверное, мог бы его взорвать. Нет. Не понял. Забыл, что было в прошлый раз. Ладно, вот ладно. Так. Сами разбирай. Вот он. Это собрали еще. Опа. Ни хрена, я повернуть хотел. Конечно, я... Не повернулись бы они. Там столько замков. Столько замков было. Конечно бы хрен развернулась бы эта штука. Что тут вообще делает это растение перерост? Жрецы называют его бурос, дающий свет и жизнь. Соглашусь, на крышу над головой. Вау! На. Получилось. Давай. А? Зачем спешить? Вот так вот. Не надо. У него только... и так самооценка завышена. На. Ни одному не хватает драксовских байк прокататься. Наверняка у него есть катафианская сказка, очень в нашей ситуации. Да. Неужели получилось? Наполовину. Ну, сейчас. Корень застрял. Так, а как перепрыгнуть туда? А ты что скажешь, ракета? Выглядит... Не страшно. Перевожу. Ракета не... Ракета не любит воду. Мы знаем. Мы в страшной темной пещере. Нас всех тут ждет что-нибудь, что нам не понравится. Верно. Но не в той степени, в которой пушистику не нравится мокнуть. Не стоит недооценивать силу глубоко укорененных страхов. Особенно тех, причины которых ты сам не осознаешь. Так. Подождите. Мантис, а есть такие временные линии, где мы оставляем тут ракету? Чисто гипотетически. А это даже пойдем. Приятно. Как душ с утра. Ну что скажешь, ракета? Я никогда не принимал душ. И начинать не собираюсь. Вот так. Я есть грудь. Так, грудь. Да, ими можно было бы перегородить воду, но они не в ту сторону растут. Я есть грудь. Это только ты так быстро растешь. Давай. Эй, Грут, поможешь забраться? Давай. Грута лифт. Поможь. Лифт, лифта Грут. Такс. Для начала мы сюда залезем. Вот так. Я знал, что здесь можно что-то найти. Нет, это не их ума дело. Твое положение. Я просто не хочу тонуть. Ты как туда забралась? Ну, давай сама уж тогда там. А если я прыгну, ты ведь меня поймаешь? Поживем, увидим. Не слишком обнадеживает. Хоп, ладно. А ты прыгни как следует. Давай, опа. Давай оставим ракету здесь. Пойдем дальше. На обратном пути его подберем. Осталось совсем немного. Друг на это не согласится. Жаль, у тебя нет таких клевых пушек, ракета. Будешь язвить, я их у тебя свистну. Ага, свистну. Я тебе свистну. О! Чуть не ушел. Да, блин. Заново. Здорово, Питер. О, спасибо. Получилось. Так. А что мы здесь имеем? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Давай. Отпусти. Давай. На. А? Я Моисей. Все для тебя. Ты должен знать,
Кто это? Он провел через море. А, тот с щупальцами? Что? Нет. В общем, спасибо, Квилл. Правда. Я была уверена про щупальца. Давай. Что скажешь, Грут? Мы теперь снова все вместе. Я есть Грут. Делай мостик. Сухой ракета, довольный ракета. Сейчас ты доволен? Ты вообще не нужен мозгу. Ты не видела темного пушистика из других реальностей. И это хорошо. Очень хорошо. Ой. Что ты еще... знаешь про этот коридор, Мантис? Темный еще. Вроде это тот мокрый эпизод. Да, да. А разве мокрый эпизод не позади? Ну, а будет хуже. Гора. Так. Мы упали. Ничего страшного. Все по плану. Все целы? Тут все. Совершенно ничего не видно. Да, дело дрянь. Так, что там насчет вариантов, где мы погибаем? Я есть Грут. А что, так можно было? Я есть Грут. Говорит, вот он не любит выпендриваться. Спасибо. Я есть Грут. Не буду я им рассказывать. О, точно. То самое. Ты понятно. Рассказываешь в темноте. Это очень важно. Нет, не важно. Молчи! Я есть. Так, не закрой. Говорить о чувствах, освещенной веками традиция. Если ракета не хочет... Бу, ты как Гамора. Это как понимать? Ну, предпочитает скрывать свои травмы. Что? Травмы? Так. От воды? Забудь, ладно? Не просто туда, забудь. Ладно. Давай, Грут, тащи. Болтаться в темноте. Это как метафора. Физическая темнота – отражение того, где сейчас находится разум зеленого злюки. Я есть Грут. Так. Нет, Скивизор. Это тебе не фонарик, Квилл. Помнишь, как было в карантинной зоне? Я думал, подожди. Это было из-за той энергии. Энергии в темноте. Грут светится в нестандартной части спектра. Давай, Грут, иди сюда. Так, пойдем отсюда. Сюда. Нет. Нам надо все обследовать, Грут. А, точно, блин, забываю. Вот смотри. Питер, а ты точно туда идешь? А могли пропустить? Нет, точно не туда. Звездочету не говорит. Он сам должен понять. Я вас слышу. И отлично. Я все туда иду. Вот смотрите, что я нашел. Костюмчик для Грута. Так что не надо мне тут. И еще что-то нашел. Ага, вот. О, да. Здесь так жутко. Давай, иди сюда. Помнишь уговор? Найдешь что блестящее, делим пополам. Да с чего бы? Так. Здесь я пока ничего такого не вижу. Идем сюда. Свет. Так, только меня уже достали фразочки мисс Тонкие намеки. Милая! Я тебя умоляю. Давай. А чё, нет? Тут уже хотя бы посветлее. Симпатичная. Вот и хорошо. Мантис, ни о чем не хочешь нас предупредить? Я пытаюсь вспомнить. Кажется, дальше начинаются странности. Начинаются странности? Ай, опять этот стрёмный туман. А так. Он всегда тут есть, пока не исчез. И как это понимать? Не ви... Опять а, Хеллрейзеры. Точно. Только это не они, а те гады с глазами из зоны. Я точно слышу хеллрейзеров. Ошибаешься, это гады с глазами. Я не знаю, все так, так не ясно. Куда? Мне все ясно, мои уши не ошибаются. Я в состоянии отличить прихвостней леди Хеллбендер от гигантских жуков. Какое еще звездочет прав. В чем прав? Да что, куда идти-то? А вот и новый выход. Нам показалось? Не знаю. Так, ну-ка подождите, прокачаем ракету. Так, ракета прокачан. Че, ракета подбрасывает гранаты, которые при столкновении выпускают несколько дротиков, что ошеломляет противника на небольшой срок. В этом состоянии пораженные враги также более уязвимы к оглушению. Ага, то есть они ни хрена сделать не смогут. Знаю, по-моему, все это как-то связано с этим туманом.
Так что связано с этим туманом? Просто молчать? Стоит вам назвать врага, как он тут же его вызывает. Какого врага назвать? Ну-ка скажите, кого назвать? Давайте вызовем. Сражающихся со столькими врагами, но их источник, он еще не побежден. Короче, с этого момента всем смотреть в оба, молчать прямо. Туманная сущность временно отступила. Пока опасности нет. Жокоглазка, не в обиду будет сказано. Что-то не пойму. Не понимаю, что ты там бормочешь. Так этот туман еще и сущность? Да, вроде. А... Не расстраивайся, пусть. Давай, ну-ка, оптимизм. Мы еще живы. Это так редко бывает. От меня вот что-то зависит, да? Если чудовищный туман пытается нас убить, значит, мы уже близко к тому, что мы ищем. Оно, конечно, логично. И если этот туман заставляет появляться всякие гадости, то, может, можно и наоборот. Вдруг, если мы скажем «исцели Дракса», окажется, что ради этого мы здесь. Было бы так здорово, но нет. Наконец-то четкий ответ. Давай. Вот так вот. В одном из вариантов от нас остается мокрое место. Супер. Давай. Побежали, побежали. Дай угадаю. Опять спускаться? Если хотите спасти Дракса и всю галактику... Мы подумаем. Собрали. Всех их вместе соберем. Соберем. Ой. Ой-ой. Вы слышали? Нет, что там? Вода шумит. Много воды. Так. Немного. Ну, еще разочек. Порядок. Ой-ой-ой. Ну, вода. О, лицо. Лицо Бо. Лицо Бо это... Доктор кто? Фильм. А этого сериал. Я не помню. Ладно. Ладно, слушайте, братцы, я благодарен вам за то, что вы сделали для меня, я про воду там, но плестись за букашкой дальше вглубь — это полная глупость. Ракета. Не. Туман, хряки, мокрая вода! Что ты психуешь? Все водопады. Не-не-не-не-не-не, нет, нет, Квилл, она даже не в курсе, где мы, она не в курсе, куда мы идем, она не знает, что мы ищем. Мантис, горячо, холодно. Комнатная температура. Ну все, все. Комнатная температура. Это бред. Она, вероятно, бредит. Но не в ней же дело. Дело в нас. И я вмять горжусь нами. Столько усилий мы еще никогда не прилагали. Вмять. О, в этом варианте ты их вдохновляешь. Только вдумайтесь, кем вы были в начале. Ну, ты был ободранным пиратом, что от дерева сбежать не смог. Именно. А ты был охотником за наживой. Таким же ободранным, таким же порочным, эгоистичным. Самими собой сейчас придется драться. Бесшумные гонки за юнитами, бары, контракты. Банки грабят. Кое-что я и сейчас люблю. Я тоже. Но мы сюда не за этим пришли. Так? Ты надираешь задницу ради Дракса. Не Дракса-разрушителя, не Дракса-преступника, а Дракса. Нашего друга. Ты, Гамора. Ты прочесывала галактику, охотилась за головами, чтобы отомстить, и, подозреваю, выбирала для этого самые болезненные способы. Но согласись, это так здорово. Стараться ради того, кто тебе дорог. Это так приятно. А Грут? Он сказал, можешь мне... Нет, я закончу. Нам есть чему поучиться у тебя. Ты не жалуешься? Или я не секу этого, но я просто уверен, что это именно так. Ты всегда готов помочь. И в этом вся суть. В нас. Как команда мы растем. Пошли за чеканутой в пещеру смерти, чтобы помочь своему другу. Мы команда. Нет, мы семья. Команда. Мы с вами вмять стражи галактики. Да! Мощно задвинул Квилл. Так, а теперь развернись. Могли бы остановить меня! Что жалко было! На тебя прямо в мгновение снизошло! На! Тебе с нами не слазь! О, я чувствую напряжение! Тихо, тихо, тихо! Ой-ой-ой! Ну и запах изо рта! Подожди! Воды не остановятся, если мы не разберемся с лицом! А, надо с лицом разобраться, где лицо? Слом, мне нужно остановить изнутри! Питер, ты понял?
да, да, что-то насчет статуи. Что надо? Эти газы будут продолжать появляться. Надо подорвать источник. Пушистик! Ракета! Надо просто взорвать статую изнутри. Крыл, этот мягкий проход заполнен водой. Отыщи мне другой. Посмотрим, пролезешь ли. Не к тому обратился. Что дальше, Питер? Блин, водой заполнен. Я понял, что водой заполнен. Ваши тени не остановить! Их невозможно убить! Вы должны уничтожить источник! Это токен... Ракета! Ты это видишь? Да, да! Могу забраться! Давай! Отлично! Тихо, коляк! Давай эту штуку ко всем чертям! Питер, я не знаю, сколько еще смогу отбиваться! Тихо. Смотрите. Енот где-то кто-то подорвал. На. Вот же. Туманная, так. Я плохо уворачиваюсь. Сработало. Должно было сработать. Так почему мы еще сражаемся с ними? Нами. Ними. Источник наполовину уничтожен. Пушистик должен совершить начатое. Так умять. Нужно заложить ее глубже. Квилл, найди мне другой проход. Нашел! Ракета, нужен еще один взрыв! Нет, там вода, Квилл! Я не могу! Ты же знаешь, я не могу! Ракета! Нет, продолжай отстреливаться! Тогда как это закончится! Ай-яй-яй! Че, груз? Дружище! Мантис? О, нет! Спасем его только если уничтожим его! Статуя! Нужно попробовать статую! Береги! Так. На! Круг! Пушистик, оно так и будет продолжаться! На! На! Давай. Ракета, я серьезно! Ты должен взорвать эту штуку изнутри! Ракета, пожалуйста! Нет! Лучше умереть с пустой в руках! Чему дану? А как насчет не умирать? Есть такой вариант! Давай, ракета, ну думай быстрее, что ты как? Это враг явно ждет меня! Питер, помоги! Так. Я так думаю, надо нет! убедить ракету. Прошу тебя! Что? Я тут не при чем! Давай! Слушай, ракета, я знаю, ты... Заткнись, Крилл! Я знаю, что должен сделать! Нужно только... Правда? Перестать ныть и сделать это! Будь осторожен, Пушистик! Ты сможешь, ракета! Ой-ой-ой! Пусть все получится. Ну же, ракета, у тебя все получится. У него ведь получится, да, Мантис? Мантис! Я не знаю! На! Поразительно! Восхитительно! Что-то выдерут надо. Последний шанс, да! Пушистик! И выдернул! Туман уходит. Надо было только продержаться. Вот он, наш герой. Ракета. Ошалеть. Все еще жив. Только помылся. Ты что, рисковал ради нас? Если товарищ влип... Ракета, брат. Да ну. Идем спасать Дракса, что ли? Так и не прослушался товарищ влип, то что там? Ладно. Тепло. Совсем тепло. Комната температуры, ты же она сказала. Она полагает, мы туда прыгнем.
Я, может, и не знаю, что мы ищем. Но знаю, оно внизу. Ладно, чего тянуть? Зря я, что ли, до нитки промок. Так. Торопитесь! Я чувствую, как ваш патриарх укореняется в сознании зеленого злюки! Тихо, тихо, тихо! Что-то печальное, потерянное, пытающееся похоронить прошлое. Ой. Если оно здесь. Хвостом чую, скормит оно нас какому-нибудь чудовищу. Нам быть готовыми к драке? Наверняка. Ведь вы не больно-то сильны в разрешении конфликтов мирным способом. Шутишь? Плевать, что там внизу. Если это поможет вернуть нам нашего кататианского ворчуна, я прыгаю. И вы, надеюсь, тоже. Ну, народ, ну, давай. Стражи Галактики мы или погулять вышли? Или это кто? Ты, типа, меня изображаешь? Знал бы ты, сколько раз я слышала, как ты толкаешь эту речь, а потом Гамора говорит. Что, без Дракса мы не справимся? Ага. А Пушистик говорит... Нет, я в это не играю. А Пушистик обычно говорит... Квилл, если нас сожрут, я тебе это припомню. Звучит похоже. Расслабьтесь, никого из нас не съедят. В общем, она реплики за всех сказала. Вот и оно. Родина исцеляющего света, родник лекарства, источник силы Рейкера. Это что, Фокон? Говорил же, она хочет скормить нас какому-нибудь гигантскому жуку. Или может она сама жук, а это какой-то внешний желудок или что-то в этом роде. Ты осознаешь, что это все очень странно? Дальше будет еще страннее. Так, а что странно-то? Вон под каким-то, не знаю, заклятием. Куда уж страннее-то? А, дрянь. Надеюсь, только Драксу придется лезть в этот стрёмный кокон. Постылый пастух пополнил паству. Так, это золотой какой-то бог, который может его убить. Это который якобы умер. Суетные сподвижники. Не зевай, борода! Вот так. Какого... Ваша великая вина вторжение, вероломно. Ну, да не получится, я даже понял, кто это такой, про которого говорило сознание, которое якобы умер. Бессмысленно бить бога. Конечно. Бога, найди небытие, нарушитель. О, это он. Так, злюка, давай, очнись. Давай сейчас. Месиво будет. Нашел. Оп, по рогам как. Одного бога он уже убил. Враждебное вероломство вижу. Страшилище из твоей башки раскуроченной. Порядок, народ, это он! Аарон Ведьма! Нет, не так. Айден Войлок, Артур Аверлок. Адам Ворлок? Точно! Бог тот золотой! Стойте! Это его Рейкер назвал святой бутылкой? Круто выглядит, мертвяк. Мертвяк. Сподвижники самодовольного священника. Что? Мы с Рейкером? Да сейчас. Мы шкуру с него хотим содрать. Видишь? Друзья. Друзья. Рыкашка такая. Ладно, здоровяк. Вперед. Идем. Варианты с нашей гибелью в прошлом. Ох, кому-то же надо останется, оптимист. С усиками. Вот это. Жука-девка. Оптимистичная такая, интересная. Рейкер-стервец крышу галактики снес основательно. И друг наш нарвался. Что тебя у него юная синекожая модель. Но... как насчет тебя? Мантис верит, что ты исцелишь Дракса. Прошлые пилюли — пагубная прихоть. Былая блажь, придется позабыть. Кто-нибудь понял, что он сказал? Он сказал нет. Просто принесу пользу, уйдя в унылое уединение. Не сейчас, золотце. Фрагменты надо объединить.
Ближе подберемся и сложим пазл. То есть ближе. Очевидно, сюда. А, надо в голову ему пробраться. Эй, стоп, давай поговорим. Вот она. Урод мне хвост. Прямо как начало космической Одиссеи. Добро пожаловать в астральное измерение, звездный храм. Разум. Мы телепортировались? О, нет, вы по-прежнему все там, со мной. Просто я слила ваше сознание. Чего слила? Я не давал добро, девица. Ей не нужно согласие. У нее на все, я почти уверена, то судьба всей галактики все. Вот только не надо дуться, божество ты наше. Вся эта история твоих золотых рук дело. И как это вообще понимать? Я думал, этот мужик поможет нам вылечить Дракса. Помощь и причина порой пересекаются. Так, а у него в голове пусто всегда так, что ли? Народ? Это что, Дракс? Я есть Крут. О, да. Нам нужно покопаться у Дракса в голове. В прямом смысле. Зеленый злюка где-то там. Отыщите его и убедите вернуться в реальный мир. Сейчас этим и займемся. Мантис, надеюсь, ты сейчас скажешь, что мы должны идти на свет. Почти наверняка. Вы должны добраться до самой сердцевины обещания Дракса. Так глубоко, что я этого еще ни разу не видела. Если ты не видела, то ни в одном будущем этого не происходит. Надеюсь, что нет. Главное, не останавливайтесь. Если связь прервется, слушайтесь Амома Волкмана. Это она про тебя. Очевидно. Да. А куда деваться-то? Вариантов-то нету. Приходится. Так. И что у тебя в голове? Ого. И это обещание Дракса? В моем было как-то повеселее. Это только его преддверие. Бедняжка застрял в нем, вновь и вновь переживая утрату семьи. Скорбь по семье снедает всего спутника. А вон копает он. А вот и наш уволень. Это было просто. Это лишь его эхо пушистит. Вы ведь тоже это слышите? Мемориал устанавливает. Танос. Ловите его! Следуй за ним, звездочет! Я не знаю, что дальше будет! Ну и что там? Но нам все равно за ним надо. Надеюсь, там внизу что-нибудь мягкое. Так не крути, нам все равно за ним. Дракс? Это не Дракс. Танос. Танос. Что, Гамора, дальше будут трогательные сцены? Ну, наконец-то. Так. Доступна новая суперспособность. О, нихрена себе! Не зря я ему-то прокачал. Вот у него какая штука. Подойду-ка. Попробовав паническую боязнь воды ради спасения друзей ракеты, использует всю разрушительную мощь своего огромного арсенала, чтобы накрыть область выбранной цели шквалом пуль, ракет и разнообразных снарядов. Эта способность наносит огромный урон пораженным целям. Ни хрена себе, вот я... Хорошо. Замечательно, что я ее прокачал. Я надеюсь, вы так же готовы, как и я. Гамора, руби! Ветки в руки, крот! А шлем зачем? Давай! Давай! Лучше их отрубить! Не так уж он и крот! Что-то не так. Законы земель застланы злом. Двое! Ай-яй-яй. Ладно, это что-то новенькое. Так ведь раньше не было, да? Будь их двое, я бы это запомнила. Больше радов, больше цели. Ой, так они какие-то слабые. Эй, Златовласка, помочь не хочешь? Вы противостоите призраку, порождению паники. Пиздно, слон. Так, это подожди. Нет, спасибо, я догадался. Вы повторяете ошибку бедного призрака. Вам не продвинуться, пока вы не отступите. Судьба сулит страдать. Так. Ты на чьей стороне? Я как понял, надо сдаться, что ли? Ну, для начала давайте хотя бы немножечко. Но он хотя бы медленный, еле попадает по мне. Не останавливайся, ракета! Помни слова мати! Вон он, как этот, как гидра. Оставьте один. Да наоборот, опять несет бред. Так, ладно. Давай, ракета! Но он же не может вот так вечно, да? Ой-ой-ой! Ты что, в голове у Дракса забыл? Нет-нет-нет-нет!
на. Я не могу. Питер? Так, эй, что так происходит? Это он? Почему я видел? Потрясающе. Ладно, первый бой какой-то раунд мы выиграли. Тоже надо было поддержаться. А мы все еще живы. Мантис, мне кажется, мы сделали что-то. Но я не вижу Дракса. Мантис! Не прыгает, не сканирует. Здесь. О, супер! Ничуть не страшно. Стойте. Это дочь. Смотрите. Погоди, у меня зверю. Дракс, подожди! Да что ему? Семья на первом месте. И как бы мы ни бежали, мы не сможем его догнать. Это нечестно! Такое чувство, что нам намеренно мешают добраться до Дракса. Может, это Дракс не хочет, чтобы мы добрались до Дракса? Вот он опять! Дракс, дружище, постой! Да, конечно. Последователь пустоголовых. Дракс! Я слышу тебя, Свет. Просто пешки в партии, подготовленный противник. Есть идея получше, выкладывай. Просто бежим. Сейчас опять его встретим. Даже если мы его догоним, дальше-то что? Я что-нибудь придумаю. Налево сведем. О, меня видно? Спутник сдался. Слова слабы, спасти. Ты только разглаз... Вон там, смотрите. Эй, почему ты первый? Потому что я твой папа. Ну вот, я говорю. Это дочка. Ты опять играла в мамином саду? Я охотилась. Носом в землю? Нет, я гналась. Я просто не успела. Ничего страшного. Лишь глупцы рвутся вперед. Охотник выждет, улучит момент. Дракс. Ты поступал бы сам так же. Папа, ты чего? Дракс, Камария, пора домой. Какого габуля? Опять эта хрень это. Темная. Да, зверек. Мама ждет. Тихо, тихо. Спаситель изворотливый, выпусти на волю. Вот тебе тут и страна ос. Поменялось. Это еще что? Варенье тени, истребите источник, покуда я прокладываю. Они выходят из этих гнезд. Ай-яй-яй. Так. Ну, в принципе... Ой-ой-ой! Подожди! На! Ой-ой-ой! Да подождите вы! Так. Надо опять продержаться, ну сколько-то. Тихо. Ну-ка, разберись с ними. Одно готово. Разлом расступается. Уничтожьте уцелевших, я проложу проход. Ага, тут не важно было, да? Не такое уж радужное обещание казалось, а? Очередной да. Паразит. Этого тоже бросьте в банку. Тихо. Отступись, отродье! Уверен, это было нет! Ай, прошу прощения! Осторожно! Гамора, вперед! Давай! Они все прут и прут! Так взорви их! Да без проблем! Готов. Они вообще настоящие? Они очень даже настоящие! Не подпускайте так. Червей близко! Это не так-то просто! Так. Получай! Я есть груз. Плохо, они еще более мерзкие.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй, на! Сейчас все будет! И... Все, получилось. Я установил еще одного! Ты знаешь, что делать, Гамора? На! Это все массово будем делать. Они все прут и прут. Так взорви! Так взорвал. Ракета! Подрывай! Сколько надо-то? Питер! Разберись со гнездами! А, надо с гнездами разобраться. Я тоже так думал. Так. Распотрошила этого гада сомнительной формы. Ну-ка, давай. Делаем больно, Гамора. Выпьющее вторжение. На. Втянут внутрь. Посты в руки. Ну ты-то нормально держишься, молодцом. Не вздумай. Так что ты тут что расстраиваешься, золотой... Кто-то божество или кто-то там. Смотря о чем ты. Кажется, мы знаем, что не подпускает нас к Драксу. Вы видели вместилище его воли. Та черная штука. В моем обещании тоже было что-то похожее. Будет больше. Это ж... Жена Дракса. Я так думаю. Хоп. Так. Значит, это его дом. Ничего себе дом. Нету ни хрена. Ну, красивая жена, по-моему, что. Уверен, что еще и сильная. Не спешили вы что-то? Только глупцы спешат. Любимый, идем же в дом. О, красивая, симпатичная брат, жена. Брат, глупо говорить с глухим. Не лезь, хорошо? Я разберусь. Так, надо речь подобрать, да? Не пугай. Я знаю, ты слышишь. Не ходите за мной. Мы теряем его. Ты забыл меня? Звездный борт, помнишь? Мы все здесь. Ты сможешь побороть это, Дракс. Давай, здоровяк, не оставляй меня с Квиллом. Я есть груз. Дракс, ужин стынет. Смирись, это не Ховард. Как бы ты ни хотел. Да. Это обман. Ты не знаешь, о чем просишь. Вот черт! Давай, еще разок. Порви! Опять 25. Ну ладно, сейчас мы хоть знаем, чем заняться. Ясно. Найти и уничтожить, как и в прошлый раз. Вас пытается прикрыться. Спешите, силюсь держать ее. Так. До свидания, Питер. Это черт, убей его! Помогите мне! Кажется, ты ему нравишься. Пригнись! Подожди! Это порождение порчи противится, барьер борется! На! Вы уж извините, ребятки, но... Питер, ты можешь поспешить с этими гнездами? Давай, 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 я сейчас сделаю, подожди немного. Бейте гнезда! Я разберусь с ними, честно! Покажи, что можешь, Гамора! Отлично! Так. Сколько... Блин. Осторожно, пупок развяжется! Давай, давай. Да что сделает? Побереги! Не запрыгивает! Осторожно, пупок развяжется! На! Еще немного и все. Или не все. На, бум. Так. Скорее бы сказать Драксу, что у него черви. Надеюсь, что скоро их уже не будет. Так. Ой-ой-ой. Ха! Раскромсала! Oh!
На! Спокойно. Так. Должен быть способ достучаться до Дракса. Это было последнее. Что? Тонический хаос. Прекрати притворство. Так. Я есть Грут. В нигде вмять его. Может, это не так уж и плохо? По крайней мере, обещания тут не наблюдается. Это эхо эпох. Пространство пустоты. Ни слова не понял. Шаман недоделанный. Так. Ладно, народ, рассредотачиваемся и ищем выход. Или вход. Ну, короче, что-нибудь. Умру в темной яме, проиграю пари. Пари было про один в темной яме. И если оба умрем, мне денег не видно. Дракс! Ну же, дружище, я знаю, ты меня слышишь. Так, смотрите. Поверить не могу, у тебя получилось. Пошли, он еще не совсем потерян. Я в этом уверен. Надеюсь, что по части лечения. Ой, я сейчас быстрее так дойду. Не спеши, Дракс. Ты в плену иллюзий. И это хреново. Зачем вам все это? Забудьте обо мне. Нет. Доверься нам, Дракс. Мы хотим помочь. Уничтожив мой дом? Наивное неведение. Просто позорный приют. Сгинь ты, Шекспир. Мы сами тут. Возьми его за палец. И ты будешь торчать в этой дыре? Я бы сошел вглубь Сардута, чтобы быть с моей семьей. Но ее нет. Семьи твоей нет. Пора за стол. Это не они. Слушай, я не спорю. Сними твое сердце. Они для меня важнее всего. Моя Ховат была самой отважной спутницей на свете. Она была сам мир даже в военную пору. Моя Камария. Невинная лань Камария. Девочка была так хрупка, хоть взяла все лучшее от нас. Они обе были. Что? Они были. Что были? Питер Квилл, если моей семьи нет, что это передо мной? Иллюзия. Не знаю. Они не живые. Это не к добру. Наваждение нам. Питаемое печалью. Ну, вот, тебе и ответ. Без этого. С чем я останусь? С нами. Я не хочу быть снова один. Ты не один, друг. Мы с тобой. А с нами ты тоже не хочешь быть, да? Тебе станет легче, если окружишь себя друзьями. Он даже и Грут согласен. Грут изъяснился слащаво. Сделай вид, что я перевел это. Мы команда. Папа? Все хорошо? Иди к нам, Дракс. Это не она. Так, потише. Слышишь? Потише. Так, ну давайте отправим на покой и иллюзию. Блин, такое... Молчите. Тебе больше. Тебе больно, папа? Не молчи, милый. Вот не молчи, говори что-нибудь, Дракс. Ты ж гений всяких реплик. И кто тебе их только пишет? Неужели есть действительно человек, который так может разговаривать так же, как он? Какой-нибудь дятел. Мы с вами многое успели.
Я ни о чем не сожалею. Давай, отпусти их. Любить и чтить я буду вас. Всегда. Вот так. Оп-оп-оп, в ежики превратились. Ну? И кто же ты? И вот сошлись они. Какой-то спиралевидный, кстати. Золотой бог. Сказали же, он только может справиться с ним. Но он решил отойти и ни хрена не делать. Ну что, здоровяк, порядок? Я в здравом уме, благодаря вам. Но я должен извиниться за свою оплошность. Эй, ничего страшного. Ничего ты не должен. Мы все не безгрешны. Это типа наша фишка. Что ты помнишь? Тьма сгущалась с каждой ложью, которую я принимал. Пока я оставался с семьей, уверенность в том, что я не уйду, укрепилась. Питер Квилл, твое дитя в беде. Теперь я знаю, что это за боль. Мрак может поглотить ее полностью. Я не допущу. Действуем осторожно. На пути к ней целая толпа обращенных. Еще ботва-то черная. Объясните мне, как небритый бродяга не подавился, когда ее слопал? А вы заметили сходство между ними? Она доля души. О, уже оделся. Кто тебя вообще родил? Идем. Золотой парень. Golden Boy. Кстати, интересный мультфильм. Всего 6-7 серий, но... Зато каких? Да, Golden Boy. Эй, Златовласка! Может, объясни, что тут только что произошло? Время вышло, ваше ведение второстепенно. Можно я в него стрельну? Ну, пожалуйста! Так. Послушай, все мы сейчас в одной лодке. И драка предстоит нешуточная. Нельзя так недооценивать неприятеля. Пойдем, пойдем. Так что любая информация о том, против чего мы идем, будет кстати. Вообразите величие витающего в потьмах всемогущества. Я страдал, стремясь искать смысл силы, но на меня наткнулся Рейгер. Соратники и старатели страдали недугом, но, к несчастью, легко лечим. Корабль с больной командой случайно натыкается на того, кто может их вылечить. Соединились страдания и спасения, симптомы средств. Передо мной преклонялись, превозносили и почитали. Мы уже поняли, к чему все идет. Я еще не понял, к чему все идет. Сейчас будет самое страшное. Покуда паства преклонялась предо мной, я опознал невероятное наслаждение. Исия сказала: слабые слуги и их поклонение, жалкие жертвы для насыщения. Высокомерие вызвало вожделение, позорная потребность по прозвищу Магус. Что-то я не догоняю пока. Ну-ка, давай полюбопытствую. И что же ей было нужно? Полнейшее подчинение. Я тоже слышал ее голос и уже не мог слышать ничего преклонение, другого. Преклонение, унижение, слепой веры, поглощение. Я же говорила, это самое страшное. Стихии скверны, созданные семенем силы. Как камень души деградации достигнул, вознамерился вырвать виновника. Вырвать? Но как? Рейкер разработал механизм. Из моего мозга машина заберет зерно зла и изгонит исток искажения. Ты позволил Рейкеру похитить твои сверхспособности. Потом он поступил подло, но в большой беде был ближе брата. Он обещал отделить святое от скверны и извести искажение из источника исцеления. Ну да, но куда отделить?
Так. Рейкер прекрасно понимал, на что идет. Он мастер-марионеточник. Морочит, манипулирует. Тьфу! Вот теперь и я заразился. На заблудшего злиться зря. Опасный опыт обоих почти погубил. Тогда как ты объяснишь, что твой кореш загробастал себе этот камень и теперь перебирает к рукам всю галактику? Не могу. Мне кажется, я могу ответить на этот вопрос. Это часть его. Когда я отверг свое обещание, я очутился в обещании Ники. Там была Карел. Она пыталась мне что-то показать. Тому, что показывает обещание, верить нельзя. Это было не то же самое, я это почувствовал. Мы с ней перенеслись в зону, и она показала мне этого Магуса. Я видел, как он оплел Ники и... И? Видел, как он убил Карел. Ты сам себя слышишь? Как она могла тебе что-то показать, если была уже мертва? Вполне возможно. Ее сущность цепилась с камнем души. С дочерью. Да, она так и сказала, что они втроем как-то связаны. А сказала, как? Что Ники должна смириться с ее смертью. Магус мучает ее, манипулирует мыслями, питается последовательно. И кажется, ему все мало. Он никогда не насытится. Берет в себя всю вселенную. Это какой же нужен план, чтобы его остановить? Причем план нам нужен как можно скорее, а то уже светает. Магус манипулирует матриарх. Питается поклонением. Следует сломить их связь. Так значит, Ники что-то типа главного вампира? Если исцелить ее, это освободит всех остальных? Да что ж ты сразу не сказал? Ну, так вот. Так сказать, граф от Дракула. Так, шаг первый. Отыскать Ники. Шаг второй. Убедить ее, что мамочку оживить не получится. Шаг третий. Забрать у нее камень и надрать задницу этому Магусу. Удивительная уверенность. Такие узоры на пещере. Да уж, Квилл у нас мистер Позитив. Прям до тошноты. Для колдуна камень и каналы кандалы. Если он слился с ее сознанием, разделив, рискуем разрушить разум ребенка. Мы этого не допустим. Не хочу вас обламывать, но как именно мы собираемся найти девчонку? В каком смысле? Вот вмять. Какого... Че, корабль? Вмять. Ну. Оп, портал. А что, так они можно было? Они захватили кору. Перемещаясь куда угодно, они обратят любого. Опаньки. Собака-бабака! А хрен там. А, кору собаки-бабаки захватили. Вот чё. Так, ладно. Глава 12. Бегом на забвение. Уходите. Сейчас. Подозреваю, что ты с нами не пойдешь. Это мой народ. Кто-то выживет, если останусь. Тогда и мы остаемся. Идите. Я буду там, где нужна, в нужное время. Ну вот так. Хорошо видеть будущее, да? Мы с тобой еще да видимся. Верьте же мне. Зеленоглазка. Ощ, ващ. Не вздумай тут погибнуть. Ащмане, хальмане, я тебя, Вась. Я только начал тебя понимать. Приходи ко мне за баню, там тебя оттарабаню. Жу. Пережу. Это что за корабли какие-то странные. Прямо как этот, из мультфильма «Тяжелый металл 2000». Тоже корабли такие были интересные. Итак. Прокачка надо. Где? Сел бы ты верстак. Уже, золотой мой. Ты меня нервируешь. Пройдусь потом по новой. Что я сделал-то? Этот поспешный план просто примитивен и плох. Мастер манипуляций Мантис. Она знает, что делает. Обычно. Ох, горе горькое. Бесцельно болтаться с бездарными балбесами. Сейчас я тебе дам, балбес. Он что... Занял мою каюту? Не тявка, не гавка от Космо. Грот будет пробиваться. А где мистер Витиеватость? Он выжил Питера Квилла из каюты. Довольно дерзкая демонстрация доминации. Только не начинай. Конечно, я бы сказал, ну и фиг с ним, но он нужен.
Да, бегом, уладит Аквилл. Ты старайся не бесить его. В смысле, еще сильней. Если дойдет до битвы насмерть, я тебе воздам хвалу. Свои пушки мне завещай. Здорово. Вот и поделили нахрен. Спасибо, команда. Всем верю. Не уверена, что победит Питер. Так, вот мне надо... Гамора, ты не переживаешь, что Мантис там одна сражается с церковниками? Травы, она не будет с ними сражаться. Ее задача — эвакуировать население. Может, они укроются в пещерах. Так что же, она просто позволит церковникам захватить ее родную планету? Мантис сказала бы, что сородичи важнее планеты, и церковь можно остановить только, если спасем Ники. Ты возлагаешь большие надежды на эту небесную Мадонну. Ну да. Она одна из немногих, кому я могу доверить. Кто-нибудь, блин, вы запарили, закрывайте за собой этот холодильник. Потому что умнее, чем ты? И добрее. Он бесит уже. Хватит за ней повторять. Я не пушистый, я мохнатый. И вообще, почему она зовет тебя сэр? Так, ладно. А, Квилл. Похоже, ты в хорошем настроении. Хм, правда? Просто мне тут пришла идея, как улучшить бластер. Не терпится попробовать. Так, сказать спасибо, так. Давай для начала верстаков. Починить мне кое-что сможешь? А то. Давай по-бырому. Чё надо, Квилл? Так, давай посмотрим, на чём мне хватает. Сколько у меня? Всего 3 доступных, так, ищейка компонентов. Дополнительное здоровье, задержка восстановления щита. Давай, дополнительное здоровье. Технический наворот. Одна штука. Свежачок. Ну и вот задержка восстановления щита, я буду ждать. Едва ли даже тебе под силу это сломать. Подожди, подожди. Готово. Если еще что починить, то давай. Так, сказать спасибо. Ну раз все в сборе и у нас есть минутка, хочу сказать тебе спасибо за то, что ты сделал на Ламентисе. Квилл, я... Я помню, ты не любишь всякие розовые сопли, но я от всего сердца. Квилл, ну хватит делать из мухи звездолет. Серьезно, мне аж неловко. Но правда. Мантис обмолвилась про моральные травмы. У твоей водобоязни есть причина? Так, психичка твоя ни хвоста не смыслит, ясно? Небось, временные линии попутала. И все же, ты всех нас спас, так что спасибо. Грызун нас всех спас? Да. А что, это новость? Думал, я только все взрывать могу? Так нашей жизни спас именно взрыв. Не умничай, убивашка. Ну, технически да. Ладно. Эй, Ворлок, открывай. Это вообще-то моя каюта. А это обложка от моей кассеты. Питер – породитель поэзии? Это не поэзия, это музыка. Хард-рок. В нем должны быть гитара, басуха и ударные. Примитивное построение. Аналогично автору. Да, что бы ты знал? Колись, что не так? Что плохого я тебе сделал? Поведение Питера позволило Мадонне манкировать миссии. Как позднее погрузиться в подсознание? У Мантис были веские причины остаться. Мы вернемся за ней после того, как спасем Ники. Сомнительное свойство ставить на слепой случай. Твоя трансгрессивная тактика применима к предстоящему предприятию? Так, ответить да. Нет, давайте уточни вопрос. Какая тактика? Трансгрессивная. Вы воспротивились врагу, вбирающему веру вселенной. Так. Накал ненависти недруга непредставим. Магус, да? Твой злой близнец? Он наш враг. Он часть тебя. Противодействовать подобному противнику трудно, требуется твердость. Нет, ты туповат и твердолом, дрожишь за достоинство. И не дерзнешь действовать даже для достижения добра. Что там насчет достоинства? Смири свою самонадеянность, печальные последствия подобных прихотей. Достойные действуют дерзновенно, даруя доблесть. Решишься? Да. Да. Я готов. Изречение истинного избавителя. Однако опыт и осторожность обескураживают. Мои мысли масштабны, методичны. Твои таинственны, точно театральны. Поищем золотую середину? Да. Клятва. Скрепи словом согласие стремиться к смелости. Сражаться, а не стоять, смирившись с судьбой. Подчинись парадоксальному порыву прекраснодушия.
Ну, ну да, да, блин, не вопрос. Я тоже самое хотел сказать. Обещаю быть достойным лидером. Мыслить одинаково. И убедить Мантис меня слушаться. Я отчасти обнадежен. Так. А сам-то, мистер толковый словарь, вдруг переметнешься к Рейкеру, как будет шанс? Пристранное подозрение. Ну вы же с ним были дружбанами. Я помогал преодолеть пропасть печали. Резко Рейкер разучился радоваться реальности. Скорбь по сыну сильна. Так вот ради чего все это. Церковь, матриарх. Он просто хочет вернуть сына? Но это же невозможно. Магус не может... Нет, не может. Ну вот. Так, зачем тогда все это делать? Ты не подведешь? Как найдем Рейкера, поможешь нам с ним разобраться? Несомненно. Так, ну все, я поговорил. А по поводу всяких безделушек я думаю, разговор? Говорить не буду, смысл. Словно я опять на школьных танцах выясняю отношения с Сьюзен Харрис. Надо это сваливать отсюда. Это ты пытался впечатлить с помощью ее? Да, да, и примерно с тем же успехом, как сейчас с мистером Плащом. Что такое йо-йо? Йо-йо, ха-ха, тебе понравится. Йо-йо. А, раньше в племенах это было оружием, да и сейчас, наверное, тоже. А сейчас она игрушка. Опа, вот тебе скачок. Теперь понятно, почему мы не смогли связаться с Космо. Так. А с кем Если его? Не ответишь, нас сотрут в порошок. Переговоры я возьму на себя. Ну, давай. Ладно, валяй. Давай. Дракса, тебе доверяю. Приветствую, путник. Вы вняли правде ее божественного обещания? Мы вняли. Мои почившие жена и дочь со мной. Я благодарю матриарха за дар. Так, обман, обман. Да сбудется обещание. Даем вам посадку на космодроме. Так. Забвение. Горнодобывающий торговый пост. Ага, понятно. Так, ну, кстати, неплохо, да, что я себя прокачал. Там есть штука такая. Хоть на недолго бессмертие получить. Вот как бы мне конторы, успеть прокачать остальных до конца? Может, все не так плохо, как кажется? Я думаю, будет хуже. Рейкер разводит речи, а мы мнемся и мешкаем. Сажусь как могу, золотой мой. Что за вмять? Опа! Класс! Парень из кокона возомнил себя бабочкой. Он человек действия. Ну... полубессмертный какой-то, я не знаю, либо трудно убиваемый, ему что это высота-то? В космосе живет там. Ну давайте выходим. Хорошо бы он отвлек церковь, пока мы будем искать Ники. А искать-то придется, да. Видели, как планета? Ты сможешь так заговорить охранников? Я сведущ в военных хитростях. Чтобы добраться до коры континуума и спасти Ники, одной хитрости мало. Особенно учитывая, что золото отправилось в самоволку. Может, нам дверь опять дверь. Его? У нас мало времени. Если хотим спасти девочку, нам нельзя отвлекаться. Дракс прав. Будем надеяться, что Ворлок и сам по себе сможет принести пользу. И Лама тоже стоит. Нечего говорить. Ну, понесли. Идем спасать Ники. Все выходим. Питер. Хорошо. Без паники. Я с ними разберусь. Так, давай. Приветствуем, путники. Вы прибыли узреть исполнение? Чего узреть? Осуществление обещания матриарха. Рождение нового мира. Без смерти, боли и страха. Вы что, не в курсе? Вы не прошли проверку и инструктаж? Что? Конечно, прошли. И вы не слышали об исполнении? Что-то не так. Остановите этих еретиков! В атаку! Так. Вау, так. Доступна новая суперспособность «Гнев». Так, и что он делает?
отринув обещание. Охренеть, он там что-то всех хреначит. И окончательно приняв смерть жены и дочери, Дракс показал, насколько она на самом деле силен. Он теперь наносит умеренный урон и вызывает сильное оглушение у одного врага, а также умеренное оглушение у всех противников, находящихся поблизости. Когда Дракс в ярости, эффект оглушения усиливается. Подожди. Крут, хватай! На. Так, давай! Умри! Сейчас, минутку. Так. Летучий церковник показывает там свои фокусы. Давай. А я как раз заскучала. Ракета, низкий старт. Да. Давай! Давай, давай, давай! Этот подход просто жрёт мои патроны! Так, он падал, остановился. Ну-ка поймай-ка его. Притормози! Блин! Уничтожь ракета! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ого, его нахреначим! Да. Поблагодари, Крис. Что бы я без тебя делал, ракета? Воу-воу-воу. Давно я никого не нарезала. Делай это, старовяк. Давай, давай, давай. Да. Помни о цели, Питер. Помни. Великая сила не используется. На, вот что сила используется. Ракета. Да. На. Сюрприз. Ой-ой-ой-ой-ой. На. И мы сваливаем. Охреначили его. Вот такие мы молодцы. Им повезет, если... Так, подождите, а мы же его не прокачивали. Попасть в свой... Так. А, нет, смотрите-ка, он прокачан. На. А, ну да, все правильно, открыл. Ну, Гермиона, твой следующий шаг будет. Мир без боли, смерть. Гермиона! А может, ты правильный Гермиона? Я уже забыл, как ее зовут. От смены интерьера они впрямь трудились. Незачем тут задерживаться. Доберемся до коры и спасем Ники. Так. Покажи этой штуке, что умеешь, Дракс. Давай, давай, давай. Ничего себе у них тут патрульных кораблей. Скажи спасибо, что они по нам не стреляют. Я не жалуюсь. Вот так. Взяли на прокачку. Блин, не хватает. Так, а взаимодействие может, нет? Разлом — это просто край вселенной, дружище. Не вижу, как он может быть тут замешан. Ладно. Так, идем, идем. Так. Никаких винточных патронов у меня нет. Да и откуда? Не та игра. Никто не видит указателей исполнения сюда. Нет, но если замечу, обязательно скажу. Ну спасибо. Так, это была ирония от хомяка. Вот еще пополнение. И можем прокачать еще даже одну. Осталось только верстак найти. Даже если мы отыщем девочку. А у нас что там, броня осталась? С Магусом. Мы никак. Вся надежда только на Златовласку. Ну, мы просто подождите. С ней поговорим. Нет, не запрыгиваю. Не запрыгиваю. Подождите, подождите, ребята. Не хочу упустить. Вот, вот. Чуть не ушел.
Хоть она мне и не пригодится, последнее это искать предметы. Но прокачка-то мне нужна. Ага, отсюда я пришел. Прошу прощения. Давай вниз. Вниз. Только вперед. Как-то уже не хочется смотреть, вперед. Во что они превратили рынок. Мы и так это видели, когда прилетели. Да, но это будет вблизи. Забвение и раньше казалось отстойным местечком, но... Только гляньте! Сколько их тут? Ни хрена себе! Большинство местных на это обещание забьет. Всем хочется чего-то, чего у них нет. Да, но местное жилье никогда бы не купилось. Ты прав, Ракета. На забвение народ не лыком шит. Видел, как местная устроила взбучку только за то, что парень ей комплимент сделал. Такие добровольные к церковникам не примыкают. Меч у горла вполне убедительный аргумент. Ладно. Тут все заставлено их аккумуляторами веры. Как на Надежде Халы. Может быть, они построили еще одну гигантскую пушку внутри коры континуума. Ну, и может быть, энергию веры сразу из нескольких миров? Это вообще возможно? Эти аккумуляторы не заряжаются. Они наоборот отдают энергию. Значит, они что-то питают. Похоже на то. Так. Собираем. Вот на последней-то инстанции-то. Смысл мне от этих собирать. Я удивлена, что церковникам удалось захватить кору. Раньше она мощно охранялась. Нет, пес просто переоценил своих охранников. Ряды церковников разрастаются с каждым. Стой. Смотрите, к финальному бою готовлюсь, что ли? А иначе за каким тут? На. Тихо. Так. Ой-ой-ой. Смотрите, какая цепь событий. Нет. На. Да-да-да-да-да-да-да! Вот как раз перезарядился, да? Не ожидал такого от меня. Я сам от тебя такого не ожидал, но я могу. Так. Ну давай. Блин, не хватило, вы слабаки. Вас в мять. Господи, недостойные. Это что такое? Температурный датчик и... Это... Поворотные руки. Так. Ага. Ничего нельзя сделать. Ладно, оставим. Пойдем. Нет, на крышу нет. Тогда сюда. Блин. Открывай. Сама медведь пришел. Чей костюмчик? Ракеты. Нет, ракеты у меня и так крутой. А, о. Мои орешки. Так, а куда идти-то? Так, я удаляюсь. Мы пришли сюда, воевали, бились. Во! Я даже и не заметил эту расщелину, блин.
Так, это что у меня плюсик? А, дополнительная жизнь, там что-то было. Прокачивал, ну. Нет. Нету ничего. Ладно. У меня же четвертая способность должна быть еще. Выламываем. Не сработало. Под хвост все это. Я пошел. А как же фанатики? Попадутся мне, им же хуже будет. Все равно никто больше на ту сторону не пролезет. Давай. Гамора, теперь тут есть куда вставить твой меч. Подсадишь? А мне есть куда вставить мой меч? В Гамору. Только не у Макла. Ты это видишь? Теперь они меня реально разозлили. Питер, давай уже. Вот так. Что-то нашел. А может, надуем их еще раз? Сделаем вид, что мы все такие из себя так, за обещание. Такое? Дорогой читатель, вот тебе причина, по которой я явился на забвение. Прошу тебя, в тот самый момент, когда меня окружает какофония шумных взрывов, сирен и криков, я прихлебываю невыразительный меркурианский ликер, и на свете нет ничего, что было бы сейчас вкуснее. Мимо меня только что пронеслась шумная и размахивающаяся руками толпа, истерично выкрикивающаяся какую-то околесицу про вторжение. Еще один день на краю хаоса, и я наконец-то смог расслабиться. Здесь, как всегда, любая проблема кажется чьей-то чужой. До тех пор, пока у тебя есть в руке стакан, ты можешь просто отойти в сторону и наблюдать, радуясь мысли, что хотя бы в этот раз ты ни при чем. Так что благодарю вас, мои дорогие будущие покойники, за вашу жертву. Пью за ваше счастье. Это бред пьяницы. Я знаю, ты очень любил этот бар. Это было единственное спокойное место во всей галактике. Ну, не считая пьяных потасовок, облав и охотников за головами. Мы еще успеем его помянуть, а сейчас нам нужно двигаться. Давай. А подожди ты. Интересно, предвидели эти гадалки, что все так обернется? Может так. Сомнительно. Это были сплошные мошенники. Большинство были карманниками и скупщиками кражи. Так, ладно. Надо расчистить другим проход. Давайте. Я тут думала над словами Ворглока. О чем конкретно? Он с нашей первой встречи не затыкался. Вдруг связь Ники и Магуса слишком прочна, чтобы ее спасти. Он так сказал? Пойдем. Жукоглазку и то понять проще. С тех пор, как Златоглазка выпрыгнул с нашего корабля, его нигде не было видно. Найдется. Небось, разбился в лепешку где-нибудь в ближнем городе. Или напоролся на патруль обращенных. На кой нам вообще сдался Златоглазка? И без него прекрасно что тут есть? Без него Магус едва не пожрал мою душу. С твоей памятью что-то не так. С моей памятью все так. Просто я оптимист. Ха. Только Ворлок остановит космомагический ритуал Магуса. А знаете почему? Потому что сами мы в космомагии не шарим. Да, потому что ее не существует. А что это после тогда? После того, что было на Ламентисе, не уверен. Сам я в этом ничего не понимаю, но Мантис нашла нам того, кто... Я чувствую запах смерти. Их или нашей. Похоже, церковники не хотят, чтобы мы сюда совались. Еще церковники на входе. Скоро мы им головы свернем. На. Все к бою, ракета. Тебе должно быть. Спасибо, приятель. Ой. Забил. Да. А ну ты это заслужили. Все нормально. Мне Гермиону прокачивать надо. Кажется, конец пути. Ну, для них то. Иди сюда, детка. Оглушающая волна. На. Точно. Все нормально? Подожди, ты вот, бери. Наверное, ритуал уже начался. Почему? Иначе тут было бы больше обращенных. Ничего страшного. Начался или нет, тебе же хорошо, я ж тебя прокачиваю. Ого, здесь же раньше стояла Империя Чудес. Церковники ее что, разрушили? Сомневаюсь. Думаю, коллекционер просто свалил, как только так, тут запахло жареным. Это что такое? Прежде чем запахло жареным, поговаривают, он предвидит будущее. Служба безопасности забвения начала расследование, скоро с вами свяжется офицер. Ага.
Есть тут кто-нибудь, с кем мы можем поговорить? Это очень срочно. Мы купили билеты в Империю Чудес. Коллекционера наш сын убежал вперед, потому что очень хотел посмотреть на эту дурацкую лягушку. Мы только пошли за ним, как вдруг перед нами закрылись двери. Нам даже ничего не объяснили, потом все затряслось, мы запаниковали и убежали назад в музей. А просто взял и улетел со станции с нашим мальчиком на борту. Мы не знаем, где сейчас этот коллекционер и как с ним связаться. Это похищение. Просто в голову не лезет. С чего коллекционеру похищать Клида? Он совершенно обычный ребенок. Ну вот так вот. Он же коллекционер, идиот. Это же корабль. Ха, а снаружи не скажешь. Ну может челнок, а не корабль. Так. Да, Грут прав. Сейчас не до этого. Это я взял. Обратно, ага. Так, обратно как? Почему ты плачешь, грызун? Да не плачу я. Просто вспомнил все дела, которые тут проворачивал. Обратно вот так. Ну подождите, перед тем, как туда пойдем, вон туда есть что-то... Блин! Не идет туда. А я думал, можно. Ладно. С ума сойти, как тут все изменилось. Даже если отстроить станцию, и прыжок. Давай. Да, блин. Вот так. Дракс, здравствуй. Нет. Интересно, когда все закончится, вернет ли космос себе контроль над станцией? Да. Думаешь, его сместят с поста? Думаю, да. Вряд ли ему будет что противопоставить еще одному вторжению. Осторожно, Питер Квилл. Парни, гляньте. Ничего себе там свет. Ты думаешь, это их вмятское исполнение? Может, просто проводка искрит? Да какая проводка? Эти психоэнергии это жрет немерено. Может, за счет этого они добрались до Ламентиса? Нет. Может быть, Рейкер пытается оживить голову Целестиала? Вернуть его с того света? Или сделать из нее корабль? Хе, этот дохляк свое уже пожил. Напрыгался по гиперпространству. Хватит? Говорят, Целестилы черпали силы из гиперпространства. Нужно попасть в Нижний город, найти девочку и помешать их замыслам. Ожидая, что нам будут пытаться помешать. Обращенные готовы на все. Да, вот видите, как готовится уже финальная битва. Есть определенная ирония. Набираю всего-всего. Меня вдохновляет слаженность нашего взаимодействия. Мы сделали с грозной командой. Верно подмечено, успею я, нет? Прямо одна большая, дружная вмятская семья. Так сказать, за час. Забубенить. Это он, как Лара Крофт, последнего главного босса. Больше часа долбил. Он, падла, никак подыхать не хотел. Ну? Зачем тебе этот хлам? Она не хлам. А вот это похоже на Звездные войны. Принцесса была. Такая же прическа. Узрите мощь ее света! Твоя маньяка! Вот. Все там. Все. И ребенок. Нет. Стражи Галактики! Спасайте верных и доложите великому объединителю! Исполнению ничто не должно помешать! Ой-ой-ой! Ну вот, и она слетела с катушек! Так. Гамора! Подожди нас! На! Давай, давай, давай. Не знаю. Может, тело в трупе? На. Бум. Опять? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Еще один сектант почил. Почил. Кто-то есть наверху? Давай! Дракс, Крут! Время обнимашек! Давай! Я его прибью! Что дальше, Питер? Кто-то по мне стреляет!
Бедняк! Мы хоть немного его задели! Подождите! Мой выход, ракета! Давай! На! Ховард, где этот тренер подыгрывает своей команде? Давай! Мы должны уничтожить их целителя! Понятно. Ладно. Возрадуйтесь! В следующий раз будет быстрее! Бежи! Так. Подрываю его! Неприятель отлично защищен! На, какой защищен? Я его расстреляю! Наконец-то его зашнули! Получаю! Еще одно обещание уничтожено! Я жажду разрушать! Так, а мне куда надо? А, ну правильно я иду, да? Давай! Нам нужна передышка, Крот! На! Вперед, Рак! Давненько я ничего не взрывал! На! Получи! Ой! Я вас понял. Запускай, Драк! Не успел. Или успел. Гермиона, он вручную. Зачем тебе меч? Я как вижу, ты вручную всех захреначила. Красавица. Молодчина. Что я могу сказать? Все супер? Лучше не бывает. Да. Абсолютно не супер. Гамора, стой, да подожди ты. Чего? Пока принесут в жертву других детей во имя Рейкера и его в медцеркви? Нет, конечно нет, ты... Я что, Питер? Не знаю. Выдохни. С каждой минутой бездействия мы не имеем права выдыхать. Имеем. Я знаю, Рейкер всколыхнул детские травмы. Да при чем здесь Танос? Дело в Нике. И в том, что эти Рейкеры и Таносы губят девочек вроде нее. И меня. Моей сестры. И если бы я смогла защитить Небулу, может быть. Может, она бы не умерла. Стоп. Что? Небулы нет? Как? Кому? Ответь, кому я должен поджать его разящую руку? Что за Небул? Мне жми. Ты убила сестру? Это ее ты видела в обещании матриарха. Да. Так я поняла, что это ложь. Ту Небулу, что я знала, трансформировали в некого злобного, мстительного монстра. Остановить ее могла лишь я, больше никто. Я остановила. Но я не рассчитывала, что выживу сама. Нам ты не сказала ни слова. Какое шикарное начало для разговора. Здрасте, я Гамора. Я замочила сестру. Надеюсь, подружимся. Ну да, неплохо звучит. Разумеется, нет. Разве можно дружить с монстром? Да кто еще монстр? Вы бы не взяли меня в команду. Взяли бы. А эта команда... Мне вообще-то нравится, если подумать. Ну вот видишь. Ну, я ненавижу Небулу, так что я бы... Что? Это все равно ничего не меняет. Вообще-то это меняет все. Опаснейшая женщина галактики призналась, что любит нас. Да. Я ведь башку тебе срежу. Это не так. Не так. Ты сказала, что без ума от нас, сразу после убийства сестры. Я сказала, мне нравится команда. Это кататианское определение любви. Ценю, я вас ценю. Ну что, такая смысл тут тоже. Тему. Что, неловко? А то любовь сейчас польется через край.
Ой, нет. Ты принята, Гамора Цанхоли. Блудница, да? По-моему, нас поженили. Это невыносимо. Ну вот, похоже, все мы перевели дыхание. Смешная ситуация. Теперь разберемся с чокнутым заводилой. Да. Так, ну-ка, дай-ка тебя переодену. Так, доступна новая суперспособность. Так, Гамора узнала правду о Нубеле и нашла себе семью, которая приняла ее такой. Так, самая опасная женщина галактики атакует цель, серия ударов, нанося невероятный урон. Понятненько. Подожди. Так. Костюмы. Какой это костюм у тебя? Нет. Нет. Вообще. Давай вот в этом пока походи. Справайся, просто лупи их и все. Так. Ракета! Взрывай! Если не отпустишь его, я тебе глаз вывешу! Клинок тебе в горло! Одним сектантом меньше! Ой! И сказала Гамора, что будет больно! Да подожди! Это я не понимаю. Битва должна была привлечь внимание Уорлока! Мы с ним больше не увидимся, это уж точно! На! Взорви! Мне кажется, или ему вообще пофиг? Клирикой громила! Так. Мы его одолеем! Да! Хватай его, Грок! Грок, отрывай ему в запчасти! Отлично! Слаженное выполнение маневра! На! Нам надо придумать что-то посерьезнее! Давай! Дальше будет спокойно. Только сложнее! Я давай. Нормально. Всем отпускайся. Я уже иду. На. Ракета. Никого не жалеть. Нет. Такой огромный робот может немало вытянуть. Блин. Великий громила. Мы его одолеем. Связывай его. Ты знаешь, что делать, Драк? Это мне по душе! Отвали его вторую ручку! Чё, без ручек-то как тебе? У механического зверя качаются конечности! Нам нужна вся сила, чтобы атаковать это создание! Вот так! Запуски! Как нож в масло! Давай! Рейкер не знает, кто его ждет. Пусть подавится своей ложкой! На! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Это надо массово что-то. Я даже поцарапать его не могу. Этот механизм не предполагает. Ой, конец близок. И бомбой. На. Ну каково это? Второй-то? Кто знает, сколько еще они могут сюда доставить? Нам нужно вывести ее из строя. Надо добраться до моста. Сократим через башню космос. Вот это вид. Знаете, я раньше часто вглядывался в разлом. Думал о том, где же в этом мире мое место. С нами, ракета. Твое место с нами. Разлом. Он прав. Да понял. Теперь знаю. Так, что у нас там наверху? Есть что-то? А, вон надо было вот так вот его бомбить. Там вон всякие примочки да штучки были. Так, мы откуда? Оттуда же пришли. Там вроде не было ничего. Ладно. Вот этими надо было обмочить его. Начиная отсюда. Ну ладно. Загасили мы его и так, ладно. Не перепрыгнуть. Может сделать мост? Слово «мост» уже начинает восприниматься как выдуманное. Все слова кто-то выдумал. Так. Это что у нас?
Это все у нас... заметили того паренька? Трудно было не заметить. Как думаете, он таким родился или церковники с его головой намудрили? Тут не перепрыгнуть. А вы что? А, подожди. Гамора, так-то значит... Я есть грудь. Да ладно, это же... Вы... Кажется, сгодится в качестве моста. Если не развалится при падении. Давай. Дракс. Толкай. Давно хотел что-нибудь опрокинуть. Ну, можно рюмашку опрокинуть. Знаете, я раньше терпеть не мог, когда на меня светил этот прожектор. А теперь мне его даже не хватает. Не знал, что ты так сентиментален. Так. Где верстак? Серьезно? Силовое поле? Найдем источник энергии, сможем его отключить. Так давайте да вот поищем. Он. Да не то. Выталкивай. Отлично, Питер. Вперед! Нужно уходить, пока не появился Рейкер. Подожди. Блин, я думал, это дверь. Так. Мне нужен верстак. Так, теперь вперед! Ноги в руки! Сейчас не время! Ой-ой-ой-ой, что не время? Стражи Галактики. Что, без руки-то? Хреново? Матриарх эту станцию выбрал, чтобы свершить исполнение. И вам ее не остановить. Она ничего не выбирала. Это ты всегда ею манипулировал. Она есть свет. А я всего лишь служу ей. Трудно же быть светом, когда в тебе сидит эта темная тварь. Кощунство! Пусть вы и отвергли ее обещание, но вы поверите, когда оно вырвет вас из цепких когтей смерти! Опа! Золотой парень! Ну чё, дружбан, детство. Камушек в лоб не хочешь вернуть? Бросает в болото безумие. А можешь оторвать мужчину одну ручку? Что нет? Не может быть. А что, ты не видишь, что ли? Открой я глаза, пошли. Ты умер. Мало ли, что ты видел. Форма фиктивна. Основа остается обязательно. Отступись от обманчивой колесицы, пока не подрос погибельный плод. Погибельный? Погибельный. Чё, плохо слышишь? О. Ой. Хотел помочь. Надеюсь, он ему там наковыляет. Хотя сомневаюсь. С ним должен буду биться я в итоге-то. На. На. Только подержи-ка его. Кто-нибудь прихлопните эту муху. На. Давай, давай. Мы почти на полпути. Что ж такое? Почему он так помогает всем, кроме нас? Надо обрезать на ему все, что торчит. Давай, 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 давай. Держитесь подальше от края. Я сброшу их в объятия смерти. Давай. Конечно, в прошлый раз было проще добраться. Из-за того, который в халате, остальных сложнее убить. Надо немедленно остановить на этого церковника! Все. Поразительно! Это весело! Я б с тобой согласился, но что-то их многовато! Ой! Подожди! Отлично! Отсюда доберемся до моста! Как в чехарде! В чехарде? Это... просто делайте, как я! На! Они тут со всех сторон! Я зайду с фланга! Моя великая сила не используется! Да подожди ты со своей великой силой! Смотрите! Но на вас неумолительный как не закончат! Надеюсь, разговоры о божественности не трем! Ничего личного, но я не против, если Рейкер пару раз хорошенько ему врежет!
Мы как на ладони! Мы на крыше, Питер Квилл! Гамора! Рекламный щит! Молодец! Обнаружишь лицо снайперов! Оставь одного мне! Не обещаю! Эй, что дальше, Питер? Хочешь увидеть салют? Давай! Сохнуло того космошизика! Твоя морда появится на плакате «Разыскивается»! Давай! Ой, 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 мне не надо. Попасть туда, нужно подойти ближе. Берегись! А, меня столкнули, подожди. Он сам выиграл. Как раз бы пересечь этот мост, спокойно. Вот так. Скажи спасибо за маски. Урод, правда, с отверной гибели. Так, не боюсь, я рейкера сводится. Ой, ой, ой. Хватай! Ну! Блин! Сложит сказания о наших битвах! Это как, татарианский министрель? Готов! Давай, покажи, что умеешь! Давай, Кольт! Я знал, что ты меня прикроешь! Давай сюда свои бомбы! Блин! Куда? Что ты какой? Устроим этому поганцу аварийную посадку! Подожди-ка. Да они тут со всех сторон. Давай. Значит, устроим хорошую драку. Блин, в голову. Подержи Останови его. Останови их, Ру. Держитесь подальше от края. На. Я вас прикрою. Вперед. Давай. Мишень! Вот почему! Вау, разрез! Будет больно, но быстро! Время большое! Гранаты! Похоже, золотце пережил тот прыжок! Клянусь, если Уорлок убьет Рейкера, прежде чем мне выпадет шанс! Видите? Нам не нужна Разбил. Помощь золотца! Поэтому ты в него стрелял? Ну, она ошибся! Да, классно ж получилось! Прямо в зад! Видели его взгляд? Так. Он славно говорил: «О, моя золотая задница!» Собственный вот сюда. Его совершенный тыл! Его... Геройские булки! Совершенный тыл! Геройские булки, господи! Скажи, что можешь, религиозный колдун! Ни хрена у них битва-то, а мы тут пиу-пиу стреляем! Мы приближаемся к башне пса! Нам все еще нужно пробиваться с боем! Слишком близко! Ой. Нашинкуй их! Так, нам надо добраться до лифта! По крайней мере, крыша достойная укрытие! Устрой нам салют, ракета! Там столько ж их! Как будто тут затопление собралось! Пока они тут, они не смогут закончить! Да. Ну как там они это называют? Это затопление! Это неверное имя! А мне так нравится! Давай! Рабсок сложит сказание о наших битвах! Это как татарианский министрель? Так, долбить его! Держитесь подальше от края! Чтобы попасть туда, нужно подойти ближе! Так, уходим. Я убил верующего! Нечего оплакивать! Мочи! Ой, ой, ой. Подходящего момента! О, тут можно еще собирать, успевать. Черт! Это я не понял. Еще и корпус снова! Они больше не корпус снова, Питер! Так, еще кто-то есть. Вы только не упадите! У меня реактивные ботинки! Давай! Это был последний. Этот поп совсем спятил! Эти отступники не умолили! Наконец-то! Вроде они выдыхаются. Вовремя! Ведь мы не можем вернуться на мост! Я знаю, где мы! Тут рядом дорога пересекается с мостом, ведущим в космос! Где? Должна быть... прямо под нами. Прямо под нами. А как мы туда попадем? Прямо под нами. Отстойно, наверное, быть башкой гигантского Целестиала и плавать на задворках Вселенной прямо у сорти. Нам нужно попасть на ту сторону.
Сверху не перелезть. Как насчет снизу? Возможно, стоит вызвать корабль, чтобы добраться до места назначения. Нам точно не дадут приземлиться рядом с вечеринкой. Лучше сами к ней пробьемся. Ага. Действительно, я бы предпочел встречать врагов своими клинками. Под этим этажом есть еще один. Ну-ка, давай. Путь вниз готов. Быстро. Смотрите, они никак не закончат. Хотя бы нас убеждает. Так. Бам! Ба-ба-бум, детка! Как-то рекламе сегодня с нами не везет. Будто нам надо еще одно напоминание. Давай, купить Каликс. Блин, Гермиона, ему то руку отрезал, ты не можешь ни хрена сделать, хотя ты там какой-то бог сраный там какой-то. Грот считает, мы станем королями забвения, если спасем его. Ты собираешься делать мост? Да. Ты во мне шутите, что ли? Так. Эта бойня навевает неприятные воспоминания о тех мирах, которые я разрушил. Мне всегда было интересно. Так, а как ты их разрушал? Какие-то мегабомбы? Ракета. Клинки, руки и ноги. Мы так близко. Так. Так. Ну давай. Какой подхвост ставит панель управления с одной стороны? А как мне... Полагаю, Грут не знает дороги в обход. Если бы я попал на ту сторону, я бы взломал эту штуку и опустил бы мост. Если бы ты попал на ту сторону, то и мы могли бы попасть на ту сторону. Ой, швыряйте. Что? Швыряйте. Пусть крепыш закинет меня на ту сторону. Ты представляешь, как глубоко тебе падать, если не долетишь? На споры нет времени. Я долечу. Не мешайтесь! Что, ты? Эй! Хорошо, это не ракета. На. Вы ценный член этой команды, а не метательный снаряд. Ну ладно, хоть в этом сошлись. Меня беспокоит этот ритуал. И то, что произойдет, если мы его не остановим. Вряд ли покойники вернутся с того света, держась за руки, размахивая хвостами. Об этом не стоит беспокоиться. Я знаю, что смогу достучаться до Ники. Это же все Рейкер, а не она. Я тоже ее не брошу. Как и я. Ага, как и великий уморитель. Так, никто ее не бросит. Как же тупые эти подхвосты, чтобы клюнуть на эту чушь с испражнением. Магус жаждет поклонения. Он погружает тебя в мерзкую иллюзию и кормится твоей душой. И я ощутил это в своем обещании. Бесконечный голод. О, мой хвост! Этот цвет не вел к коре. Это и есть кора. Как псина это допустила? Блин. Вот и спроси у него. Это плохо кончится. Космо! Нужно спуститься туда! Я видел, как он выбирался из худших передряг. Собака-бабака! Я тебе помогу. Ты попал под воздействие обещания. Отвалите от моей собаки! Так. Нам нужна передышка, Грот. Покажи им, что ты можешь. Давайте, что самое мощное. Открывай место тебя подпускать из космоса. Такое ощущение, что я палю в него уже вечность. Надо так. Вырубить его поскорее. Давай, давай. Убить его, пока не очухался. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Нет, сил, у него круг. На. Эта битва войдет в историю. Последний рубеж. Получи. Что, не нравится? Отпусти ее, или будешь иметь дело с разрушителем. Это еще начало только. Народ, что будем делать с крепышом? Тихо, тихо, тихо. Очевидно, на забвении нет сопротивления. Это мы сопротивление. Ой-ой-ой-ой. Так, подожди. Пять. Охрану забвения, чтоб... Четыре. Потом напишешь жалобу.
размер. Такой огромный робот может немало вытерпеть. Надо вырубить его поскорее. И как? Космо! Поговори с нами! Сомневаюсь, что он тебя слышит! Я убью тебя! Давай! Это поддержи-ка его! Сделай из них рабу, Гамор! Время вышло! Космо, ты должен прийти в себя! Приятель, нам нужна помощь! Гляди в оба! Пожалуйста! Я всегда могу на тебя положиться, Гамора! Так. Он ест мои пули! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Очевидно, на забвении нет сопротивления! Давай! Я и не думал, что будет! В следующий раз сам разбирайся! На тот свет так. Я спешить не... Твой выход, Гамора! Железный здоровяк меня напрягает! Подорви их, ракета! Так. Не позволю пинать собак на моих... Особенно эту собаку! Что-то я... Что разрушать? Маленько не понимаю. Почему? Давай, за дело! Вытряхни из него все. Лови его в рот! Вот так. Кажется, это было больно. Надеюсь, не кажется. Давай, вруби! Давай, на! Наши удары не наносят видимого вреда. Да как не наносит-то? Космо, ты должен прийти в себя! Борись! Давай! Выбил из фанатика веру и дух! Вот так! Собака-бабака, я тебя спас! Так, как тебя? Тебя надо вылечить или что-то тебе энергии дать? Даже не вздумай. Он теперь с ними. Он наш друг. Да, как и Дракс. Но я не полезу в башку этого блохастого. Может быть, и не придется. Давай, собака-бабака. Эй, братец. Ты... Кончайте с ним, пока не поздно. Стойте! Так. Он все еще там, я его слышу. Я только лай слышу. Соберись с мыслями, он там. Да. Он там. Ай, да грохните вы эту шапку. Тихо, брат. Друзья, помнишь? Собака-бабака. Это Петр Квилл? Но с космо никогда не ушел. Да, приятель. Это Квилл. Это все мы. Где это? Космо чует? Запах? Забвение? Где еще нам быть, мозг мохнатый? Его мозг в тумане. Или он всего лишь пес? Ну? Он найдет. Он нас не видит. Он все еще в обещании. Космо, где ты? Что видишь? Синее небо. Можно гнаться за машинами. Космо опять у себя. Нет. Дом. Родной мой. Дом. Он говорит о земле. Запах свежей травы. Ощущение почвы под лапами. Никаких сверхспособностей. Ходи себе на прогулки. Ты за мячиком. Бегай. Ага. Если тоскуешь по родной планете, почему ты не можешь вернуться? Забвение — твой дом. Прямо здесь, сейчас. Забвение — ничто. Башка с мусорной шахты. Ты преуменьшаешь. Это особое место. Я есть Крут. Встретились это когда я спас твою кору? Да, здесь. И правда, после Земли забвение стало местом, где Космо не чувствовал себя бродячим. Впервые Космо забыл о том, что потерял. Для отщепенцев, как мы, это райский, как... Ну, кущи. Это дом. Земля лишь камень, откуда ты родом. Дело не в камне, а в том, что у Космо там было.
сон в изножьей кровати, почесывание живота, ошейник с именем. Тебе нравится быть собственностью? Космо не собственность. Он член семьи. Так ты наша семья. Семьи не стало. Люди в костюмах послали Космо в космос. Космо множество собачьих лет искал своих. Но нет. А тебя были хозяева. И походу они тебя кинули. Забыл о щенках своих, Космо. Они твоя семья. Юный Космо сейчас. Они здесь, пес. И полагаются на тебя. На любовь. На твою защиту. Но люди зовут Космо к ноге. Он должен быть верным. Ты нужен щенкам, а не людям. Будь верен им. Не бросай их в космосе, как бросили тебя. Космо бы ни за что. Но ты бросил. Они ведь на забвении. Может, нуждаются в помощи. Да брось, Космо, ты не чуешь, как это скверно пахнет. Пётр Квилл прав. Люди Космо не пахнут. Они опасное наваждение. Покусай их как можно больнее. Скиньте! Космо раскусил вашу ложь! Молодец, дружок. Забвение теперь дом Космо. Его семья. Щенки! Все верно! Он их защитит любой ценой! За ними, пес! Поможем ему? Да, он справится. Вдруг он нам пригодится? Ну, если только... Я оптимист, зверь поправится. Космо занят своим делом, мы своим. Так что вперед на кору. Так. С ним все будет в порядке? У него толстая шкура. В общем, после нашего с Грутом отпуска у меня остались коды доступа. А, когда вы кинули команду? Ну, обязательно быть таким. Справишься, Дракс? Необычная фактура. Мяч, хвост ему в уши! Фу! Возможно, ты некорректно ввел код. Я тоже совершал такую ошибку. Твоими-то сардельками. Неудивительно. А эти ловкие пальцы не ошибаются. Краденые коды, тюрьма. Чем именно вы с Грутом тут занимались в прошлый раз? Пока вы искали псину, мы взяли работенку у одного сигнога. Какую? Тебе лучше не знать. Нет, я бы хотел бы знать, за каким хреном ты меня. Это что в ней такое? Землетрясение? Маловероятно, мы не на Земле. Что бы они ни делали, кажется, они только что преуспели. Так. Землетрясение. Это что такое? Дракс, как тебе удается не ломать кости, пробиваясь через все подряд? У Кататьян крепкие кости. Но ты даже не сбил костяшки. У Кататьян прочная кожа. Ну, кстати. Видимо, ритуал скоро начнется. Хороший вопрос. Откуда нам знать, что мы сможем его остановить? Да, видимо, этот вопрос для Жукоглазки. Жаль, она нас кинула. Чтобы спасти свой народ. Рейкер сказал, что Ники выбрала забвение для ритуала, так? Да, и мне будет нелегко об этом забыть. Так. Это значит, что его выбрал Магус. Потому что с помощью коры можно связаться со всеми верующими во Вселенной. Ну. Значит, захлопнем дверь перед его поганой рожей, испортим ему праздник и добьем лежачего. Как мне надоели мозги и церковь вселенской хрени. Ну вот можно же добраться как-то. То, как церковь распространяет повсюду свою технологию, напоминает болезнь. Говорит, если это и болезнь, то красиво. Да должен же я поймать его. Я насмотрелась на золотой до конца жизни. Блин. Так почему он не хватает? Ой, хрен мать. У Космо перед тобой большой долг. Возвращение! Слушай, армия громил церкви, лишает нам добраться до коры. Поможешь? Нет! Космо отбивает башню, в которой прячутся его щенки. Без башни мы потеряем забвение. Не понимаю, что-то... Ладно. Это меня быстро прикончили, конечно.
Мне, может, с ними тоже биться не стоит сильно-то уж. Или надо их всех завалить. Вот этого электрического-то я давно, да, не видел. Не попадался. Надо его завалить. Душечку эту. Душечку-пушечку. Страж Галактик, у Космо перед тобой большой долг. Возвращение! Слушай, армия громил церкви, мешает нам добраться до коры. Поможешь? Нет. Космо отбивает башню, в которой прячутся его щенки. Без башни мы потеряем забвение. И щенков. Понял. Будь осторожен, приятель. Молоды! Резкий поворот! Вам не помогаем! Я считаю, что в приоритете должен быть электрический кудесник. Да. Уворачиваемся от мин! Получи! Подбирайте ближе! Не дайте им подстрелить вас! Я займусь! Минутку. На! Кто-то в этом огромном мозгосмыве! Говорят, самые ценные волна! Получай! Удачи тебе с этими бомбами! Руши, Шрак! Да. Моя великая сила не используется! Моя великая сила используется! Я в этой яме как на ладони! И наши враги тоже! Да. Получай! Я рядом, здоровяк! Получай! Какая мерзость! Серое вещество впечатляет упругость! Получай! Победили! Бедным дуболомам приходится торчать в мозгах. Гадость! Сколько же тут мозговой пыли? Да, она оседает в дыхательных путях слизи. Называется серые легкие. Хорошо, что на мне маска. Не, она не поможет. Ты настолько маленький, что уже проникли внутрь. Скорее всего, твои легкие уже посерели. Легкие и так серые. И ты об этом знаешь? Я их видел много раз. Так, понятно. Тракс, поможешь? Легко. А, вот как взять можно. Вот так вот. А что во всех этих башнях и капсулах? Тут все в куче, так что не угадаешь. Давай. Положи вот тут. Что ты делаешь? Мы это все пришли? Мозги, все я мозги, господи. Так. Что покупатели делают с этим мозговым веществом? Кости и спинной мозг они тоже покупают. Зачем? Основные клиенты ученые пытаются постичь тайны вселенной и создать новое оружие. Драк, сможешь перетащить кое-что? Новое оружие. Сколько ж мозгов-то? Титан, это целая планета. Дракс, сюда, скорее! Так что? Я двигаюсь с необходимой скоростью. Ты понял, что я просто прикалывался? Ты о чём? Ни себе, вот так вот. Серых легких не существует. О, да. Давай. Я знаю. Залезли. Так ты купился. Серые легкие. Сюда. А вы все знали? О, да. Конечно. Над тобой классно прикалываться, Квилл. Подожди. Думаю, за нее можно зацепиться. Давай. А, где именно? Так. Странно, во время войны Танос не пытался захватить ресурсы забвения. Видно что-нибудь? А зачем они нам нужны-то? Все тоже, только сверху. Ой, подождите. Давай. Почему самые могучие силы галактики не выступили против церкви? Почему? Страсть. А смысл? На галактическую войну они тоже не явились, но это не помешало нам выиграть. Вы не понимаете, что главное, им на всех остальных хвост положить.
Нет. Пойдем, все. Свалим отсюда. Осторожно, тут все вот-вот развалится. Со всем забвением будет то же самое. Она встанет на ноги. Вот он станок. Головы нет, но... Давай, иди сюда, ракета. На две нам не хватит, но на одну-то нам хватит. Так, защита, восстановление щита, вот она. Основная. Технический наворот. Одна штука. Посмотри-ка, хватает. Так, все, все 15. Ювелирная работа. Сам тебя не похвалишь. Так все просто взяли и ушли. Так, что-то вы сможете услышать звуковой сигнал, который означает, что в радиусе 15 от вас находится компонент. Если под взяли и ушли, ты имеешь в виду, что псина совсем спятила и всех выгнала? То да. Неудивительно. Представь, что эта штука попадет не в те руки. Так. Эй, Грут, сможешь меня туда поднять? Прямо туда. Давай. Этого не требуется. А что там есть? Задача. Я просто хочу осмотреться. Разведка? Разведка. Подобрал. Читать не буду даже. А, из руки пришлось потрудиться. Мы, так, наш агент подтверждает, что Колби начал так жидкость после выхода из области коры на... Она моментально испарилась. Теория в том, что рука растет из некого туловища, не имеет доказательств. Никто этого туловища не видел, так что мы считаем, что рука существует сама по себе. Образец крови из руки. Так. Так. Рука впервые была замечена после прибытия к космо, так что есть причины полагать, что это телекиническая проекция, созданная психическими способностями. Мой охранник Беллет удивил меня следующим тонким замечанием: если ее создает космо, то почему это не лапа? Другой охранник Грант парировал еще более проницательной фразой, потому что он, чертов пес, может, что это рука, кто когда-то был его хозяином. Ну, это я и так догадывался. Только не знал, что... Я думал, там, ну, не рука должна быть, а полностью тело. Здесь там странно пахнет. Это мозги начинают потихоньку тухнуть. Пахнет металлом и, не знаю, чем-то еще. Укреа. Ты о чем? Продукты жизнедеятельности большого кататианского слизня. Как-то я сомневаюсь, что это моча слизня. О! Толчки усилились. Можно и так сказать. Это верное замечание. И что это меня? Да-да-да. Что же они с тобой сделали? С кем? Ты в порядке, ракета? Нет, не в порядке. Гора, забвение. Что станет с этим местом? Это мерзкая помойка с дешевой выпивкой и грязными юнитами. Практически мой дом родной. Это не первый раз, когда кто-то пытается захватить забвение. И не последний. Космо на нашей стороне. Вот дадим пинка церкви, и он снова приведет тут все в порядок. Главное, чтобы не переборщил. Спасибо, Квилл. Да, пожалуйста. Давай. Возможно, есть способ отправить забвение прямо в разлом. Так, у меня такая маска, да, зловещая? Проблемку. Как мы собираемся вырубить кору, если она настолько заряжена? Да уж, кнопки выключения на ней точно не будет. А взломать ее сможешь? Это так. Вам не дурацкий гаджет. Это же вмятская... Проблема не в коре, а в гадах, которые ее захватили. Разберемся с ними, и кора окажется просто машиной, за рулем которой никого. Откуда ты знаешь, что там есть руль? Я его не видел. Там нет руля. Но мне не нравится идея оставить это эту штуку с этими гадами. Надо заняться проводниками веры. Уверен, они все проходят через один узел. Так. Есть враги! А сколько где? Тут? Скоро станет на одного меньше! Давай. Это наша кнопка. И вот тебе. Грутируй их. На. Разберись. Хвастается кому-нибудь своим словарным запасом. Мне уже поперёк горло эти так. Ребятки. Давай-ка вот так. И... Ты знаешь, что делать, ракета! Продолжай молотить! Мы почти у коры! Иди сюда! На! Размечтался! Новые способы
Вот так, 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 так. Очередной обезумевший солдат встретил свою смерть. А я ожидал кого-то мощного, кого-то более там. Нельзя постоянно. Блин, Грут, на тебя не хватает. Так вот, у нас есть выбор. Они стреляют, мы в ответ. Стой, Грут. Так, подожди. Прокачан полностью. Так, куда мне? Нет, 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 нет. Прокачано полностью, полностью. Но настала твоя очередь. Так, и что ты делаешь? Не вижу. Так, Грут обездвиживает крупного противника, вызывая медленное оглушение. Ага, понятно. А здесь еще не открылось. Сюда! Похоже, придется снова лезть по мозгам. Сначала переберемся через пропасть. Хорошо, Грут. Давай сделаем свой мост. Остерегайся толчков. Давай, идем, да, идем. Да, надеюсь, Ворлок доберется до финишной линии. Я есть Грут. Не, он на нас не рассчитывает. Для него мы просто кучка неудачников, путающихся под ногами. Он видел, на что мы способны. А главное, мы знаем, на что способны. Ни хрена так, себе. Так, теперь осторожнее. Так он что, сам, голова, когда как, Никки будет с нами, как планета. Мы будем ждать Ворлока? Держу коглазку. Для так. нашего плана требуется много участников. А кто сказал, что спасать галактику легко? Решаем проблемы по одной. Сначала спасаем Никки и останавливаем исполнение. Прагматичный подход. Не хочу считать цыплят до того, как они вылупятся. Осторожнее, здесь немного... Опа! Питер, возьмешь на себя? Конечно. Смотрите. Сюрприз, метеорилы! На! Давай, ракета! Бам! Да вот и все. Берегите задницы! На! Нам нужна передышка, Крон! Давай-давай, на-на-на-на! Последний рывок, команда! Получи! Выложитесь по полной! Столько войск? Рейкер наверняка в коре! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Еще один фанатик готов! Шизануты это заслужили! Покажем им, что с нашей командой шутки плохи! Им давно пора было это уяснить! Ракета! Получи! Подрывай! Ребята, подождите. Так, не туда нажал. Трейкера потерял последователя. Фанатики понимают лишь язык силы. Я есть Грут. Подождите. Пять. Береги! Вот так. На! Мы как будто с целой армией сражаемся! Их ждут легендарные потери! На! Твой стрел приблизится, как центурион! Подожди-ка, ну-ка вот! Приземлим его, и он твой, Дракс! Руби на кусочки! Готово! Гамора, руби! Давай! Это будет больно! И... Давай. Не переживай, меня обстрелят. Для меня это удовольствие. Пусть замрет на месте. Путники на землю и каждый поучаствует. Получает. Что, не получается, да, установиться? Это было потрясно. Получи. Если Рейкер там, он мой! Да будет так, воительница! Да будет так! Хватай, дружище! Жажда крови сильна! Я теряю! Получай! Ребята, вы попали! Нате! Больше этот глупец не заморает имя корпуса Нова! Так. Давай, здоровяк, покажи! А может, нам не надо бежать? Что, я спокойно. Покажи, Гамора! Не
понятно, что называется. Они воины, но умирать умеют. И сказала Гамора, да будет больно. Да, Сидори на горе. Получи. Ой-ой-ой. Бежим, Крут! Так. Гамп, не забывайте, что мы команда. Работаем слаженно. Слушай, просто скажи, кого изменить. Меня на этих глупцов. Получай. Ты связался не с тем кататианином. Гамора, покромсаю. Такое ощущение, что я палю его уже вечно. Крепкий так. Гад. Придется постараться как следует. Нет, я тебя только оглушу. Так, подожди. Ракета бомби! Осторожно, они все лезут и лезут. Давай. Стараюсь сделать это стороях. Не тратьте пули! Получай. Как тебе? Мясо! Ну! Мы у врат твоего храма! Выходи на свою погибель! Получай! Я попал в сторону стены, я сейчас явно обмочил штанишки! Да! Пора наносить туда! Хватай его в рот! Хватай! Отрывай ему руки! Ноги! Вали его на бок! Отлично! Слаженное выполнение маневра! На! Ракета, низкий старт! Так, у меня есть кое-что для него. Отбивайся от него, драк! Разряди в барабаны. Эта копка для патронов у меня уже в печенках сидит! Отрежу кусочек! Грут, хватай его! Скажем этим гадам, кто такие стражи галактики! И я ему с ноги пробью, господа! Так-то лучше! Теперь начнется настоящий бой! Все готовы? Сделали серьезные лица? У меня только одно лицо. Переключи его в злобный режим. Готово. Я думаю, если золото с ним еще не закончил, то у меня для Рейкера припасена граната с его именем. Найдите Ники. Нужно увести ее от этих психов, а затем уже думать о Уорлоке, Мантис и всех остальных. Я верю, что твоя дочь будет спасена, Питер Квилл. Не надо слова на букву «В». Мы больше не будем. Не шумите. Что они сделали с корой? Ой-ой-ой, что с моим лицом? Они призыватели ее к этой машине в мятик и собираются направить в нее всю энергию веры в галактике. Исполнение началось. Нужно вытащить ее оттуда. Но как? Надо освободить руку, и они лишатся сил. Вижу 4 кабеля. Руку вытащим их. Пленили. Так. Мой клинок с легкостью их перерубит. Ой-ой-ой. Не думай резать этот кабель, иначе станешь самой мертвой женщиной в галактике. Уничтожь, ракета! Так. Я убью Рейкера, нельзя делать такое с ним. Подожди. Возможно, ими обоими манипулирует маг. Вам это? Этот мерзавец усиливает своих корешей. Мы должны уничтожить их целителя. Пока я ее не убила. Ничего, да подождите вы. Пока рука подключена к машине. На. Пойдем, Ники! Отсюда не очень видно, но мне не кажется, что она мучается. Получай! Прошу тебя! Где Уорлок? Сейчас! Держи! Я не сплю! Получи! Точно! Сначала разберем пронесла! Ники! Это наш шанс! Я даже не понимаю, что здесь происходит. Я об этом думаю, ну? Давненько я ничего не взрывал. Так. Давно я никого не нарезала. Как это отключить? Не могу поверить, что ее впрягли в эту машину. Горло говорил, Рейкер то же самое сделал с ним. Тихо-тихо. Блин. Крил, нам нужно выдернуть эти мерзкие штуки! Я работаю над этим! Быстрее! Получай! Надо победить их до того, как они победят тебя! Едва выкрутились! Спасибо, дружище! На!
Расстреляли. Что дальше, Питер? Как их выручать-то, выручать? Надо освободить Ники! Ей должно быть так страшно! Тебе такое знакомо? Гамора Замхобери! Давай! Что они так высоко? Воспользуйся шлюпками, чтобы добраться туда! А как? Да, приятель, я справлюсь! Подожди! Где Уорлок? Сидит где-нибудь, словарь изучает. Так. Я убью Рейкера! Нельзя делать такое с детьми! Возможно, и почему бы просто не уничтожить источники питания? Разрывал ячейку! Так, что-то я не то делаю. Нет! Его стремлено узнать, что при этом произойдет! Что-то я не то делаю, это точно. Мы мешаем их ритуалу, они попытаются нас остановить. Любой ритуал, в котором приносят в жертву ребенка, нужно остановить. Давай. Сколько раз я спасал твою задницу? Что бы я без тебя делал, ракета? Получи. Вонючим сектантам покончено. Шизанутые это заслужили. Да. Один есть, осталось три. Да подождите вы. Прощенные опять окружают. Еле успеваю их убить. Да уйдите вы. На. Ники, ты нас слышишь? Мы спасем тебя. Получаю. Поймай! Вниз! Ладно, теперь я хоть понял, как надо. Надо по порядку их отключать. А не так, как у меня. Как бык посял. Хорошо. В этом плане мы хоть разобрались. Освободим руку. Кукуруку. Значит, до Ники пока не добраться. Выдерживаем следующий. Осторожно. Так. Так. Сделаем больно, Гамора. Конечно. Думайте только, а мы ведь справляемся. Наконец-то ты набрался уверенности. Подожди. Ну-ка, давай-ка помотаю. Так, и вот вам подарочек. Большое тебе спасибо. Скоро ее освободим. Что-то я нервничаю. Я не готов быть отцом. Да. 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 Подожди. Получи. Я не могу поверить. Получай. Да. Все об этом думали, но... А, ну, подожди. Оно уже сделано. Я жажду разрушать. Нахрена себе. И это тоже уже вырвано. Хорошо, что они их не подключают. Так, понятненько. Эй, не подсказывай им. Крутых игрушек, вот так вот, значит, можно. Вырывай. Так, а вот интересно, по каким кораблям мне сейчас придется ползти? Пузырь сдулся. Теперь мы сможем добраться до последнего кабеля. Тогда за дело. Презренная машина, твое время. Ой-ой-ой. Укрытие! Так. Вилл, нам нужно выдернуть эти вмятки! Да сейчас, подождите вы! Я работаю над этим! Быстрее! Блин! Опять сейчас все это...
Хотя подождите, зачем все, если я там выдернул, по идее, корабль здесь должен появиться. Единственное, что мне сейчас придется гасить этого целителя. И вот это будет пхьябьема. Грот прав, пузырь сдулся. Теперь мы сможем добраться до последнего кабеля. Тогда за дело. Так, давай. Покажи, что можешь, Гамора. Питер Квилл, не справишься, Галактика. Почему? Это не помогает, Дракс. Покажи им как следует. Ой, ждет тебя. Ну-ка, давай-ка я его вырублю для начала. Наши враги смеются, когда шаман им приказывает. Да, чем давай. Скорее вынесем гада, тем лучше. Получай. Это я вынес для не того, да? Да. Этот дурак лечит своих. Это нечестно. Кто лечит? Блин. Осталось открыть последний кабель, Квин. Да я понял. Все. Исполнение будет остановлено. Тебе должно... Я не могу поверить, что они поработили Кару Кантилова. Мы все об этом думали. Блин. Здорово живем. Ну-ка, если вообще к нему не лезть, сразу валить оттуда. Вот тоже вариант. Будем сваливать. Грот прав, пузырь сдулся. Теперь мы сможем добраться давай. До последнего кабеля. Тогда за дело. Да, блин. Не расслабляйтесь, мы покончим с этим. Подожди. Я решаю проблемы громко. Надо разыщить книги, пока это ее не убило. Стой. Ничего не выйдет, пока рука подключена к машине. Подождите. На. Не справишь на галактике, придем конец. Не наглядай. Получай. Получай. Минус один сектант. Да, возможно. И тяни. О, поехали. О, нет. Народ. Ручка сломалась. Застряла намертво. Получай. Мне понадобится помощь. Давай, 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 давай. Давай. Читерство, читерство. Кряк, 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 кряк. Вау, наша способность появилась, нет? Скрытая. Вот так, надо было просто по порядочку открывать все дело. Ники! Спокойно, я здесь. Руки от меня, руки! Почему ты так настойчиво все портишь? Не хочешь помочь мне? Не мешай! Не хочу я иметь детей. Ники, это кончится не так, как ты думаешь. Совет? Твой? Так. Я видела, что ты сделала. Не хочешь время назад вернуть? Время не вернуть назад. Я чувствую свет внутри себя. Обещание будет исполнено. Она понимает, что ее план был сорван. Это? Небольшая заминка. Я права, великий объединитель. Куда этот оделся? Кора нам понадобилась, чтобы лишнее бремя снять с вас, матриарх. Предлагаю вернуться. Прошу. Дайте мне повод убить его.
Это он столько ударов выдержал, вытерпел. А тут что-то с одного маха руки убьют, а умереть готов. Тем это более, он? Этот с одной рукой. Божественный этот... сосуд? С двумя-тремя руками что-то. Бледная тень вашего величия, матриарх. Пусть смотрят, я сделаю, что он не смог. Соберу веру со всей галактики сама, если придется. Вы хотите справиться? Я справлюсь с чем угодно. Ник. Блин. Доча! Доченька! Чтоб их. А, не переживай. Я ляпнул жучок парнише назад. Чего? Да, еще на мосту пометил, если опять удерет. Осталось только вернуться на Милан. Ракета, не вздумай меняться. Да. И такое тоже бывает. Я думал, вообще-то это финал. Вау, голова монстра. Трекер подключен. Подтверждаю, золото на вшивой вмятие сакралии. Пристегните ремни, будет жарко. Вмять. Сейчас. Сейчас. В системе Альфа-Геркулеса, в краеугольном камне. Есть координаты введены. На этот раз им не уйти. Альфа-Геркулеса. Что за Альфа-Геркулес? Сакралия, корабль, храм, церковь, вселенская истина, система Альфа-Геркулес. Что они тут делают? Что забыли? Черта, корпус снова. Миросознание, видимо. Ладно. Вот так вот. От кого отстреливаться собирались, если вы можете так себе подчинить все? Непонятно. И что делать? Что ж, сделали, что могли. Ники там, среди них. Должен быть способ. Да, можно побить их с помощью более могучего флота. Но... К сожалению, у нас такого нет. Хоть в этом... Ребят, мы же короли безвыходных ситуаций. Неужели никаких мыслей? Так. Давайте. Ну, высказывайтесь, давайте. Ракета, а ты? Опустошители? Предложи временное перемирие. Йонду гниет на Килне по моей вине. Вытащим его. Побег с Килна? Я скорее против флота церкви выйду. Я вытащу его. Да, ставлю на Гамору. И я ставлю. Я есть Грут. Я тоже, но что это меняет? Опустошители разбрелись во время войны. Кто-то выжил, залег на дно или мотает срок на какой-нибудь глухой планетке. И потом, что за пират без корабля? Ну-ка, Грут. Грут, примем любую мысль. Я есть Грут. Не, эту не примем. Мы не свяжемся с Читаври. Да, такой Джокер в рукаве нам и нужен, но только не этот. Эти гады выстрелят нам в спину. Если сперва не выстрелят в лицо. Так, ладно. Дракс. Капитан Очевидность. Ты благородных кровей. Я думаю, пора принцу Спарты вернуться и сплотить свой народ. Ты на Спарте-то давно был? Я не был, но спартанские технологии превосход... В войну Спарту из-за технологии разорили. Там даже посадку не совершить. Блин, ну все. Гермиона. Гамора, иди. Может, на Земле есть герои, готовые помочь? Ребятки в пижамах. В мощных пижамах. Поверьте, земляне пока еще не настолько продвинуты, а нам нужен флот. Ну что, остается лама, что ли? Реально, вы издеваетесь? Постойте. Что, если ответ все это время у нас под носом слюни пускал? Да нет. Вот,
этот зверь не управится с кораблем. Я не это имел в виду. Вот это правильно. Подумай, от камня нам особой пользы нет, но и церкви она без надобности. Это они нам мозги полощут. Спорим, животные им не интересны. Им нужен был космо. Разум космо совершеннее нашего. Интеллект сделал его уязвимым, так же, как и ракету. Спасибо, но я не животное. Да я к тому, что мы знаем кое-кого с армией зверья. Уверен, Рейкеру она до лампочки. Как удостовериться, что она не с ними? Я есть Грут. Позвонить. Стражи Галактики! Она не с ними. А ты не забыл, что она так рвется скормить нас своим деткам? Ребята, это оно. Наш последний шанс на успех. Придется как-то извиниться и исправить положение. Ну да. Вот, как насчет подарка. Умаслим ее. Я в клетку больше не пойду. Да, причем здесь ты? Бери выше. Намного выше. Бери зверя, за которого она родину продаст. Драк знает, о чем речь. О, да! О, нет, нет! Начинается! Ну что, полетели! На Маклу 4. Биться с легендарным Финфанфумом. Ну, наконец-то! Финфанфум. Хотя я не знаю, кто это. Он упоминал его один раз только. Так, вопреки всему, ну что ж, я могу сказать, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Да ладно, увидимся в следующем видео, пока. Полетим.